Приветствую, уважаемые любители хоккея. Через несколько минут начнется матч между командами «Юнисон Москва» и «Полет Рыбинск». Встречаются две лидирующих команды чемпионата НХЛ. Ну а пока игроки готовятся к матчу, предлагаю вам посмотреть презентацию команды «Юнисон Москва» образца сезона 2023-2024. Поехали! Хоккей современный, хоккей каждый день меняется. Все условия для работы здесь вообще очень хорошее, шикарное. Хорошее питание, хорошее катание. В семье так и должно быть. Здесь ребята собрались такие, ну, грамотные, с интересом. Кто закончил, можете в раздевалку. Жарко вообще. Да, я понимаю. Тренерский штаб на высшем уровне, даже я могу сказать, что поиграл в МХЛ 3 года, и ни в одной команде МХЛ такого тренерского штаба нет. Да, думаю, даже высшей лиги. Здорово, что получилось собрать, я считаю, что сильнейший тренерский состав во всей стране по молодежному хоккею. Это главный тренер Горбенко Игорь Юрьевич и Чеботуркин Владимир Александрович. У нас обновилась команда, 2 человека всего осталось прошлого сезона, и конечно, для многих ребят новый тренировочный процесс. Но я скажу, что все, кто в команде, не случайные ребята. Мы в каждого верим, каждому надеемся, что каждый игрок прибавит прежде всего как игрок в команде и как личность. Могу 100% сказать, что процесс идет, процесс трудоемкий, тяжело. Мы живем на базе «Динамо» в Новогорске. Это очень хорошие условия. Тут все великолепно, и питание, и гостиница, проживание, и лед, и тренажерный зал. Все, полностью все условия для работы здесь вообще очень хорошие, шикарные. Наша задача такая, сервисмен, чтобы подготовить именно их так инвентарь, чтобы они не чувствовали никакого неудобства. 12 лет в системе Акбарса проработал, потом захотелось что-то поспокойнее и поинтереснее. А молодежь, она, молодежная команда, они сами очень интересные, зажигают. То есть ты от них энергии такой, получаешь от них энергии, что, ну, в КХЛ, например, я такой энергии не получал. Здесь ребята собрались такие, ну, грамотные, с интересом. Условия отличные, хорошее питание трехразовое, не знаю, кровать есть, душ есть, все в порядке. Читаем книги, смотрим кино, либо вот на первом этаже есть теннисный стол, играем в теннис практически каждый день маленький. Действительно, команду собирали с нуля. Можно сказать, что по сравнению с прошлым годом осталось всего 2 хоккеиста. И им придется еще себя очень сильно проявить, доказывать свою состоятельность, так же, как и каждому игроку. Начали так же, как в прошлом году, придали всем возможность проявить себя. Организовали просмотры. Просмотры прошли в формате «любой мог заявиться, приехать, показать себя». Мы его брали на карандаш. Если сразу «да», то подписывали просмотровый контракт. Если как бы точно видели, что он нам не подходит, говорили об этом. А если сомневались, то приглашали на следующий просмотр. Ну и третий этап, он основной. Это когда ты приглашаешь ребят с большим потенциалом, они находятся в других клубах, пытаются закрепиться, проявить себя в большом хоккее. И мы прекрасно понимаем, на связи с разными клубами, с их руководителями, тренерским штабом, что им не хватает, там буквально совсем чуть-чуть, но здорово, что у них у всех есть большой потенциал, и разговаривая с агентами, с самими ребятами, мы им рассказали о том, о концепции нашего клуба, как наш тренерский состав умеет работать, какой у них большой опыт за плечами, их профессионализм поможет. Уверен, что каждому игроку, который сделал выбор в пользу нашего клуба, нашей команды, сделать большой шаг, ну, в своей профессиональной карьере. Идите и побеждайте. Мы хотим играть, конечно, красивый хоккей, владеть шайбой, вот, владеть инициативой, играть первым номером, играть активно, прежде всего, играть уверенно. Так, с ребятами тоже общаемся, допустим, сразу, чтобы после тренировки, пока они еще не забыли, что было на льду, прийти сразу что-то показать, какие-то моменты. Я думаю, что для них много нового, много системных вещей, много видеоанализа, видеоразбора, много мелочей, которых, я думаю, что им не подсказывали из
нашего опыта, то, что мы получили в КХЛ. Ребята молодцы, машина вообще. Они тренируют большинство, либо меньшинство, какие-то вот такие моменты, которые им интересно, как они двигаются друг за другом, что лучше сделать и как лучше сделать вот эти тактические всякие приемы. На видео это все видно. То есть они могут подойти спокойно, попросить и совет спросить или что-то такое. Я считаю, что они уже, переходя, да, из детского хоккея, молодежный, да, он уже ближе к профессиональному спорту, и тут уже как бы хочу, не хочу, должно уходить куда-то на второй план, и тут надо работать. Ребята попали сюда в команду, они знают наши цели, вот, они так же, как и мы все готовимся к этому, работаем. Все очень любят эту работу. Просят еще добавить, но... Думать наперед, быстрее соображать, так скажем. Хоккейный интеллект свой развивать. Мы находимся на учебно-тренировочной базе «Динамо», где нам предоставлены самые лучшие условия. Раздевалка под формат КХЛ, 203 квадратных метра. Прошу. Для парней созданы все условия, чтобы они себя чувствовали комфортно, ни в чем не нуждались, было тепло, уютно. Пойдемте, я вам покажу нашу кухню, где парни используют кофе-брейк, доктор им наводит витамины для тренировочного процесса. Также принять душ, сходить в туалет. Давайте я вам покажу наш выход на лед, где парни ежедневно проходят в эту сторону. По пути выход на лед также у нас есть сушилка, где парни могут сушить свою форму. И выход на лед. Сейчас мы видим маленьких фигуристов. Но основную часть тренировочного процесса и всего времени занимает «Юнисон Москва». А сейчас мы с вами переместимся в тренажерный зал, где команда закладывает физический фундамент на сезон. На нашей учебно-тренировочной базе есть все необходимые тренажеры, где команда занимается ежедневно и поддерживает свою физическую форму. А сейчас мы с вами попадем в самое любимое место хоккеистов. Здесь хоккеисты питаются 3 раза в день, где, по сути, проводят столько же времени, сколько и на льду. Сейчас мы находимся в крыле, где хоккеисты живут, отдыхают, ну и готовятся к тренировочному процессу. Побываем в одном номере, где живет капитан. Тук-тук! Хоккеисты! Руководство клуба создало для нас максимально комфортные условия, чтобы нас ничего не отвлекало и мы могли сосредоточиться на своей работе. Для игроков созданы все условия, чтобы здесь прогрессировать. Я думаю, что для них хороший шанс. Потому что сезон длинный, каждая команда будет настраиваться против «Юнисона», все хотят нас обыграть, поэтому будет непросто. Все хотят выиграть, то же самое и мы. Хотим достичь максимального результата, выиграть трофей. Тренировочный процесс сам по себе мы строим, знаете, такие короткие тренировки, они интенсивные достаточно. Вот. Все подстроены под систему. Мы рассказываем ребятам, какие упражнения, для чего мы их делаем, как мы их применяем в игре, показываем на примере других команд, как другие команды этим пользуются. Поэтому для них тяжело, конечно, но интересно. Когда сезон пройдет, и когда время пройдет, ты бы понимал, что да, я действительно вырос. Важный момент, и это важная задача. Потому что мы позиционируем о том, что мы спортивная семья, и это позволяет игрокам прийти в нашу команду. Мы должны для него стать трамплином. Трамплином в профессиональный большой хоккей. Знаете, как война план покажет, а игры покажут, что не хватает нашей команде. Ну и, конечно, мы будем прилагать усилия для того, чтобы усилить нашу команду и выполнить поставленную задачу президентом Александром Викторовичем Клименко нашего клуба. Знаете, я останусь довольно счастлив и рад, если каждый парень, который в нашей команде, будет на порядок сильнее от того парня, который пришел в июле месяце. Вот и все. Поэтому, я говорю, трофей, он, это, ну, такая вещь, она дополняет, мотивирует и зажигает, так сказать. Ты работаешь, ты становишься лучше, когда ты это видишь, когда как тренер видишь, как игроки растут, конечно, это самая большая награда. Только кубок, у нас одна задача.
чтобы мы должны были поднять кубок над головой, потому что если мы подняли кубок над головой, значит, мы проделали хорошую, классную, правильную работу. Кубок? Яркая презентация грифонов, такая же яркая, как игра «Юнисон Москва». Сегодня дружине Игоря Горбенко будет противостоять рыбинский полет. Команду возглавляет Гусев Илья Сергеевич, поэтому сегодняшний матч будет борьбой молодости и опыта. И посмотрим, кто окажется сильнее. Полет является непростым соперником, вице-чемпион прошлого сезона, обладатель кубка NMHL сезон 21-22, поэтому нас ожидает яркий хоккей. Увидимся на матче. Thank you.
Дорогие любители хоккея, всем большой привет. Мы снова с Артемом Швайковским на позиции. Уважаемые друзья, сейчас начнется матч «Юнисон Москва» полет. Здесь, в доме Грифона. Артем, привет. Как настроение? Вообще принципиальный соперник. Ты играл против полета. Рассказывай. Приветствую, уважаемые любители хоккея. Антон, привет. Да, на полет отличное настроение. Вообще с предвкушением к этому матчу отношусь, потому что полет — это всегда лидер, это команда, которая побеждала, команда, которая является вице-чемпионом предыдущего сезона. Юнисон — это команда, у которой большие амбиции, клуб, который ставит перед собой задачу выиграть Кубок региона в сезоне 23-24. И, конечно же, это серьезный экзамен, игра с полетом для Юнисона, поэтому будет интересно посмотреть. Я предлагаю, Антон, к составам играющих сегодня команд перейти. Начнем с команды гостей. Так, ну, здесь в воротах место займет Юрий Игнатьев, номер 33. Номер 33, да, в воротах будет играть на старте. И вот стартовое звено команды «Рыбинский полет». Матвей Синюхин, номер 67. Степан Петров, 23. Никита Варламов, 11. И оборона — Егор Самойлов и Иван Синицкий. Так, ну а теперь, друзья, более подробно. Запасной голкипер Федор Бондарь, номер 1. Под 7-м выступает Красмирнов. Под Никита Варламов, под 11-м, как мы уже сказали. Дмитрий Ощепков, 16-й. Дмитрий Громов, 21-й. Степан Петров, 23-й. Даниил Нечухрин, 27-й. Ассистент капитана. Иван Синицкий, 54-й номер. Пахмутов Даниил, 61-й. Филипп Фрейер, номер 68-й. Иван Горбачев, 69-й. Самойлов Егор под 74-м номером выступает. Парев первый играет он как раз. Кирилл Юртайкин, 75-й. Матвей Синюхин под 76-м. Максим Васильев, 86-й. Никита Защеринский, 96-й. Рамиль Абитов, 97-й. И Егор Арышкин, номер 98-й. Капитан команды, кстати, Рамиль Абитов. И главный тренер команды — Илья Сергеевич Гусев. Белянини Матвей Иванович, тренер команды. Никита Филатов, тоже тренер команды. Сергей Иванович Виноградов, тренер по УФП. Алексей Сергеевич Цветков, генеральный менеджер. И Чистяков Андрей Олегович, это врач команды «Полет». Коллективы у нас пока готовятся к выходу, и болельщики собираются в доме Грифона. Ну что, Артем, тебе слово. И по составу хозяев — «Юнисон Москва». Да, прежде я обратил внимание на тренерский штаб «Полета». Главный тренер — Илья Сергеевич Гусев, специалист 2001 года рождения. Антон, он еще вчера играл в хоккей, сегодня он уже на тренерском мостике, причем он не помощник, он главный тренер, а помогает ему как раз Белянини Матвей. Против него мы в прошлом сезоне еще сходились на льду, да, а сейчас вот по разные стороны баррикад в разных ампула. Очень интересно посмотреть будет на взаимодействие Ильи Сергеевича и Матвея Ивановича с командой вообще. Не знаю, парни на год младше, как они взаимодействуют. И, конечно, сегодняшняя встреча — такое противостояние молодости и опыта тренерского штаба хоккейного клуба «Юнисон». Главный тренер — Игорь Юрьевич Горбенко, старший тренер — Владимир Александрович Чебатуркин, Сергей Анатольевич Хальзев, тренер вратарей, Игорь Олегович Горбенко, видеотренер, тренер по УФП, Анатолий Константинович Максимов, доктор команды Ефремов Андрей Федорович и начальник команды Андрей Олегович Матвеев. По составу московской дружины сегодня ворота, место в воротах займет Валерий Бринкман, номер 30-й. Новичок команды, просто сумасшедшее приобретение селекции «Юнисона». Да-да, вот это очень интересный новый страж ворот Грифонов. Начинал этот сезон в высшей хоккейной лиге в Норильске. Да, будет интересно посмотреть за Валерием, и надеюсь, что он уже успел влиться в коллектив и надежно будет действовать на последнем рубеже. Это, как всегда, очень важно. Бэкап сегодня — Тимофей Шергазиев, номер 20. Защитники — номер 8 Максим Буров, номер 12 Захар Хвостов, самый юный хоккеист московской дружины, номер 27 Дмитрий Кузнецов, номер 34 Матвей Шиврин, номер 48 Никита Афанасьев, номер 56 Никита Луковенков, номер 79 Иван Самсонов. Нападающие. 10-й номер — Евгений Густамесов, нападающий, который целых 2 сезона провел в составе «Рыбинского полета». Сегодня он капитан команды «Юнисон». Уверен, не случайно тренеры сделали именно такой выбор. Номер 14-й — Владислав Рузин. Номер 15-й — Данил Григорьев. Номер 17-й – новичок команды — Эдуард Габдрахманов. Номер 21-й – Семен Федякин, ассистент. Номер 22-й – Рияз Галиев. Номер 24-й – Даниил Ракитин. Номер 59-й – Владимир Шлыков. Номер 65-й – Никита Лихтарь.
номер 74 Матвей Говорков, номер 77 Иван Павелко и номер 81 Кирилл Крупник, номер 8 нападающий Роман Говорков. Сейчас выходит стартовый состав Юнисона и вся команда. Ну здорово, вот смотри, какие кадры со льда. Ух! Все готовятся к игре. Я думаю, болельщики у нас тоже готовы. Что у нас тут в эфире происходит? 160 пока зрителей на данный момент. Вполне неплохо. Диктор приглашал только что пригласил уже команды на лед целиком. Юнисон Москва в черно-зеленом, полет в белом сегодня сыграет. Объявляется открытым. Звучит государственный гимн Российской Федерации. Ну что, Артем, предматчевые ритуалы и, как говорят в одном хоккейном городе, всем удачного просмотра. Большой привет съемочной бригаде в Рыбинск, комментатору Андрею Сахарову и тренеру спортивной школы Алексею Федоровичу Коневу. Ну это так, к слову. Так, ну что, Артем, какие ожидания от старта этой баталии у нас сейчас капитаны пока приветствуют? Уверен, что обе команды сейчас начнут присматриваться друг к другу. Играют два лидера, играют... команды-фавориты этого сезона. И, конечно, сейчас начнут надежно. Я более чем уверен, первый период. Важно не ошибаться, важно играть надежно. И будет интересно, что противопоставит Рыбинский полет Юнисону. Юнисон, в принципе, здорово начал сезон. С двух побед. Уверен, начали повестка Металлургам. В первом матче Грифоны разгромили соперника со счетом 7-1. И на данный момент это самая крупная победа в западной конференции. Второй матч Грифона выиграли со счетом 5-2. Тоже более чем уверенная победа. И ждем такого же хоккея от Юнисона в этом матче. Ну, в общем, как мы выяснили по двум противостояниям до этого, Грифонам старт удается. Именно стартовые отрезки играются достаточно слаженно. Первым номером по-хозяйски. Так что тут пока, я думаю, опасений у болельщиков на трибунах нет никаких. Посмотрим, что рыбинская команда покажет на ВТБ-арене, да. Грифоны пока очков не недосчитались, у них 100% показатель, плюс еще самая крупная победа на Западе. Ну а полет, получается, одну игру выиграл, одну проиграл. И стартовое вбрасывание за рыбинским полетом. Выигрывает они вбрасывание и готовится раскат. Юнисон строит оборону в зоне соперника. И уже Говорков хорош в отборе, но продолжает полет свой раскат. Буров включается в прессинг, тут двое против него, Смирнов, отработано, я так думаю, что будет здесь, да, пожалуй, отработает полет. Отобрали шайбу гости, так, надо бы вернуться организованно в стартовом отрезке в ворону Грифоном, успевают перестроиться. Да, глубоко ушел Буров в этой атаке, но постраховал его 98 номер Роман Говорков, а сейчас уже Говорков рвется к воротам и не проходит передача. От 74 номера брата Романа. И теперь Юнисон проводит смену в атаке. Уже сейчас выходит второе сочетание, в то время как у полета все еще первое звено на поле. Здорово, это вполне в стиле. Кстати говоря, вот у братьев Говорковых по 5 очков на данный момент. 2 плюс 3 и у Романа, и у Матвея. Опасно сейчас бросал Афанасьев слева круга вбрасывания, но плечом отражает шайбу голкипер полета. Так, ну пока гости в своей зоне находятся, довольно плотно бросок. И снова Афанасьев.
издали поливал, и там был трафик перед вратарем, но здорово действовал голкипер. Ну, пока здесь Игнатьеву все видно было в этом моменте. Посмотрим, что дальше будет. Вот блокшот удачный. Его выполняет Егор Самойлов. И сейчас смену производят обе команды. Выходит свежее сочетание на площадку. А вот, кстати, про Егора Самойлова парочку слов. 4 очка у него, 3 плюс 1. Так что надо нам за этим парнем повнимательнее наблюдать сегодня в игре. Забрали гости. Передача в зону обороны. Тут Иван Синицкий. Дальше правее Иван. И по бортику меняется сейчас акцент движения снова на бортик ближний к нам с вами, дорогие друзья. Обрати внимание, Артем, на трибунах побольше зрителей становится в стартовом отрезке. А вот сейчас Валерий Бринкман вступает в игру. А вот и Бринкману проверочка подъехала. Да, несмотря на то, что будний день, вечер, много болельщиков на трибунах, это радует. Значит, многим нравится, многим привлекает игра «Юнисон» и то, что происходит в фойе сегодняшнего матча. Так, ну что, Бринкман ловит первый, скажем, бросок поворотом намертво. И вбрасывание у команды «Полет» впереди. Защеринский будет бороться. Третье звено как раз у «Полета» на площадке. Забрал Защеринский. Позиционку перейдут. Рыбинцы перешли. Бросок случился. Снова блокшот. Тут у «Грифонов» уже строго. И борьба отходит к бортику дальнему. Там надо работать. Помогать сейчас нужно. 24-й Ракитин там борьбу вел, да, помогли, разобрались в этой ситуации, можно выходить. Да, принял на себя бросок сейчас Семен Федякин, видно было, что ему попало больно в правую ногу, но продолжил он этот игровой эпизод и сейчас уже выходит на смену, вместо него выходит снова Говорков. Какая ротация в исполнении тренерского штаба «Юнисона». Игорь Горбенко снова выпускает первое сочетание на площадку против четвертого сочетания «Полета». Вот это интересный ход. Кстати, «Полет» тоже по ходу вот развития атаки «Юнисона» смог сделать смену частично. И вот в конце концов шайба выдворяется. Варламов. Сейчас Кузнецов действует последним. Хорошая диагональная передача на Густамесова. И уже Евгений входит в зону. Там легкая неточная передача на Говоркова. И уже «Полет» готовит свою атаку через дальний фланг. Густамесов. Интересно, с каким настроением Евгений Густамесов сегодня выходил на лед ВТБ-арены? Уверен, что у Густамесова сегодня более чем достаточно мотивации. Евгений, в принципе, на каждый матч настраивается здорово, но когда ты играешь 2 года в «Полете», а потом ты уходишь против них на лед, и плюс еще рыбинский клуб в своих социальных сетях такой довольно колкий пост выложил насчет Евгения, поэтому я уверен, что Евгений мотивирован, и тренерский штаб не зря выставил его сегодня капитаном на этот матч и проявит себя Евгений в течение сегодняшней встречи. Ну и, кстати говоря, у Густамесова 2 плюс 2. За 2 предыдущих игры. Грифоны держатся в зоне атаки. Сюда подкатывается Шлыков. К Шлыкову уже никто не успевал здесь. И розыгрыш пока не может быть продолжен. Только если в отборе. В отборе преуспели. Галиев. И снова действовал Галиев сейчас за воротами. Нередко он там выступает. А вот сейчас Галиев на пятачке опасно подставлял клюшку под прострел своего партнера. И шайба едва не угодила в ворота, а ведь у нас идет всего лишь 4-я минута встречи. Так, нарастает у нас потихонечку аудитория. 300 зрителей. Артем, тут спросили, можно посмотреть с другим комментатором. Но если найдут, где посмотреть, пусть смотрят. «Юнисон» вперед. Так, и бытует еще вот мнение в эфире, что катком пройдет команда «Грифонов» по своему сопернику. Ну, имеет место быть, разумеется, такое мнение в рядах семьи «Юнисон». «Полет вперед, мы сила», «Антон Д», «Вперед, Юнисон, Москва», верим в команду. Ну вот кто-то с аккаунта тоже решил болельщиков подзавести. Прекрасно. Смотрим дальше. Да, что касается изменений в составе на сегодняшний матч. Вратарь Георгий Мешковский покинул команду «Юнисон, Москва». Он провел один официальный матч, а также ряд товарищеских встреч в время подготовки к сезону. Вратарскую линию «Юнисона» усилил Валерий Бринкман. Текущий сезон 20-летний голкипер начал в Норильске, выступающего в ВХЛ. И всего за плечами у воспитанника петербургского хоккея 4 года в молодежной хоккейной лиге и 1 год в ВХЛ. В сезоне 21-22 Валерий стал обладателем Кубка Харламова. Поэтому очень важно, да, что у «Юнисона» появился игрок с кубковым опытом. Также по ходу своей карьеры Валерий трижды привлекался в сборную России, с которой выиграл международный кубок вызова в 2020 году, а также завоевал серебряные медали юниорского чемпионата мира. В «Юнисон» Москва Валерий будет выступать под 30-м номером. Отличное приобретение, уверен Валерий. Усилит определенно рубеж последний у «Грифонов», такой опытный
парень, конечно, не помешает. К тому же большие планы у команды. В обязательном порядке нужен классный страж ворот линии. И Бринкман как раз призван эту роль сыграть в сезоне. Ну вот прошло сейчас 6 минут практически первого периода. Очень мало остановок, динамично действуют команды, но по броскам, мне кажется, сейчас больше все-таки попыток было у московской дружины. Рыбинск пока что действует от обороны, насыщают среднюю зону. И вот сейчас здорово грифоны перехватывают диагональную передачу и уже в средней зоне готовят свою атаку. Густомесов не торопится, действует через заброс, однако там ошибка и уже сейчас Рыбинск входит в зону. Это Смирнов с шайбой рванул левым бортом, сейчас зашел в зону, там помощь поспевает. Ну и грифоны, смотри, вот Галиев здесь сразу вступил. Хитрый бросок с острого угла и чуть не попала шайба Бринкману в спину. Артем, кстати, такой вот гол забрасывался в Рыбинске, причем... Да, кстати, да, было это вспомни, в том сезоне на выезде, да, когда Юнисон одержал победу. Кстати, 2-2 счет очных встреч у этих команд, поэтому... Еще одна эмоциональная завязка к этой встрече, да, кто все-таки сейчас вырвет лидерство в этом противостоянии. А вот сейчас такой на грани фола был эпизод, но... Ну, все обошлось в этом моменте, пока Бринкман играет клюшкой направо. И смен быстро проходит у грифонов. А пытался вот сейчас освободившимся пространством там справа воспользоваться игрок полета, туда шайбу доставил. Но все здорово сложилось, у грифонов тут порядок. Лехтарь вброс, ну и адресата как такового нет, здесь все через борьбу. Но здорово в борьбе сейчас действовал Григорьев, не увенчалась эта атака успехом, но Рузин и Григорьев сейчас пошли фарт-чек, и их сочетание действовало здорово при отборе. Немного им не хватило, чтобы накрыть соперников, и сейчас вот как раз уже Григорьев готовит новую атаку. В целом, габаритный форвард, чем-то напоминает он Валерия Нечушкина, да, когда продавливает своих соперников, и надо использовать ему эти сильные качества свои. Потому что очень сложно взаимодействовать всегда защитнику с командой соперника против таких габаритных форвардов. Ну, должно это сыграть. Так, вот тут перехват, возможно, в средней зоне. Не получается. Снова грифоны заходят совершенно спокойно, по-хозяйски. И бросочек, да? Да, Крупник с неудобной руки. Опасно бросал в дальний угол. Шайба уходит по закруглению. Полет готовит новую атаку. Фрейер. Так, а вот по Фрейру тоже небольшая выдержка. У него одно вот очко, по-моему, ассистировал в одном из игр Фрейр. Так что, в принципе, тоже есть смысл за ним повнимательнее понаблюдать. Так, а в чате у нас хорошая полемика. Артем, сейчас мы тут будем об этом говорить. Да, пишут Юнисон Донецк вперед. Отличные комментаторы, супер. Спасибо, Татьяна. Вперед, Юнисон, Краснодар болеет за вас. Грифон, привет из Виннипега, пишет нам Наталья. Вау! Больше лайков трансляции, болельщики. Вот это география болельщиков Юнисона. Подножка случается сейчас у хозяев. И как раз Евгений Густомесов удаляется. А вот, кстати, повтор на ваших экранах, друзья. Фрейра уложили. О чем я говорил с Фрейром, повнимательнее надо быть. Густомесов сейчас вот так шлагбаум ставит. Так, ну что, меньшинство у грифонов, большинство у полета. Смотрим, выходит работать на площадку вторая пятерка во главе с Абитовым. Да, сейчас важный игровой эпизод, потому что первое удаление в матче и удаляется Евгений Густомесов. Психологически будет... сложные Юнисоны, если они пропустят, но мы уверены, что ледовая дружина Игоря Горбенко выстоит в этом меньшинстве, и защита скандирует их болельщики. Седьмой номер поддерживает своих любимцев как никогда. Да, логово сейчас вот там пока только в сборе, видимо. Сейчас вот они подразойдутся, начнут. Мне, кстати, ребята из Рыбинска, которые хотели приехать, вот некоторые выходили на связь и говорили, что у них маскотик будет вот на трибунах гулять, пока мы его тоже не видим. Но болельщики есть, вот они прямо за скамейкой. То есть тут скандирование идет сейчас вот и в одну, и в другую сторону. Защита шайбу-шайбу, и полет атакует. Можно бросать. Но броска нет, скорее всего, направо пас пойдет. Так и есть. Самойлов. Нет, широко сейчас не Самойлов, расположился там полет в этом большинстве, чтобы было сложнее обороне Юнисона добраться до игроков. Но грамотно действует оборона грифонов. Не стали они уходить широко по этим бортам, насытили середину. И ничего не остается полету, кроме как натыкаться, когда они идут от борта к
центру, на усы, они натыкаются на оборону. И сейчас Буров выбрасывает шайбу, и полностью заменилась оборонительная четверка Юнисону. Фрейер сыграл на партнера, закатывается Варламов. Пеницын. Хороший Смирнов. Ход зоны в исполнении полета. И бросок сходу. Бринкман вступает в игру. Бринкман очень спокоен сейчас в этом моменте. Поменял так положение в воротах, играючи абсолютно, с моментом разобрался. Но здорово действует полет в этом большинстве. Уверенно входят в зону. Шайба ходит быстро. Игроки, видно, что налажено взаимопонимание. Но Юнисон здорово обороняется. И когда это не удается обратить на четверки, то в игру вступает Валерий Бринкман. И своими уверенными действиями показывает своим защитникам: ребята, все надежно. Продолжит сейчас полет атаковать. Копается шайба у бортика. Самойлов там. Ну и ребята из команды Грифонов, да, выдавит эту атаку. Рузин. И Рузин забрасывает сейчас. И удачный отскок от борта. Можно здесь даже на какое-то время окопаться. И десяточек, а то и два секунд сжечь от своего меньшинства. Вот этим как раз и занимается там Рузин. Сейчас много сил потратил и Рузин, и Ракитин, когда пошли на атаку на защитников полета. И теперь им нужно выставить в меньшинстве, чтобы их хватило. Сейчас опасный момент и важный блокшот в исполнении Самсонова. Выбрасывает Иван шайбу из своей зоны. Слушай, ну вот здесь сложновато могло получиться для вратаря, для Валерия Бринкмана. Но как раз блокшот действительно был очень своевременным. Полный состав отбыли сейчас большинство своего соперника Грифоны, и можно играть дальше, продолжать свою игру. Ай, вот здесь перехватить бы, перехватить не получилось. Да, блокированные броски, в принципе, важный элемент игры. В недавнем интервью Владимир Александрович Чебатуркин, старший тренер Юнисона, говорил о компонентах, которые он считает важными. Но больше всего все-таки для защитников Владимир Александрович выделяет именно показатель полезности, плюс-минус, проще говоря. А вот сейчас Говорков Матвей бросает по воротам соперника и так не дает он себя в обиду защитникам полета. Хозяйничает на пятаке и отважен Матвей. Ну и здесь молодцом вратарь гостей, конечно, уже защита тоже для порядка пыталась так наброситься на нападающих. Потасовки не случилось. Так, посмотрим, что еще у нас здесь. Так, где Ширгазиев? Ну, выбор тренерского штаба сегодня таков. Бринкмана решают сразу пускать в бой. Привет из Чертанова, привет в Чертаново, привет из Горловки и тоже привет Горловку. А вот об этом сейчас мы вам поподробнее, точнее, скажем так, дойдем до этого. И будет у нас возможность и донецких любителей хоккея упомянуть, и в Горловку тоже привет передаем. Только победа Юнисон, Людмила Прошкина, ДНР за Юнисон, Анна Ильчук, Юнисон вперед, Московский за Юнисон, неполный состав. Обрати внимание, пишут даже Кливленд за в Кливленде болеют за полет. Вот такая у нас интересная география. Виннипег за Юнисон, Кливленд за полет. Ну, что-то прям. И сейчас Афанасьев набрасывает. И именно Евгений Густамесов подставил, мне показалось, клюшку. И сейчас Юнисон забрасывает первую шайбу. Важный гол. Здорово действовал Густамесов сейчас перед вратарем. И 1-0, счет открыт. Вот это поворот. Давай разбираться сейчас, что здесь было. Да, Евгений Густамесов. И снова здорово действует первое сочетание Грифонов. Итак, вот Говоркова в отборе поднимает Роман шайбу на Афанасьева. Тот набрасывает на него для вратаря в высоте. И да, подставил клюшку Евгений Густамесов. Вот и отдал должок своему бывшему клубу, что называется. Ну что ж, наше поздравление. Юнисон Москва выходит сейчас вперед. Сработал креативный ход тренерского штаба. Забрасывает капитан команды дебютный гол в ворота соперника. Но, кстати, это не единственный креативный ход в исполнении Юнисона. По доброй традиции, которая началась в прошлом сезоне, на ближайших домашних матчах против Рыбинского полета Юнисон приготовил и угостил всех болельщиков ухой из осетра по специальному домашнему рецепту. О, да, было такое. А мы возвращаемся к событиям на ледовой площадке. Там Шлыков активен в углу у соперников. И там два защитника сразу полета пытаются отобрать у него шайбу, но Владимир не планирует им уступать. И уже Галиев подключается, подбирает на шайбу за воротами. Укрывает шайбу корпусом. Рияс поднимает на Шиврина, а тот уже на своих ложных движениях бросает, но попадает
соперника самоотверженно действуют форварды полета. Так, Артем, здесь по официальному протоколу у нас Афанасьев значится как автор шайбы, Густамесов как ассистент. Посмотрим, может быть, будет внесена поправка, здесь всяко бывает. А мы, Антон, разберем этот момент как раз в нашей аналитической студии. Уважаемые зрители, в перерывах не отключайтесь, у нас обновленная аналитическая студия. Юнисон старается каждую игру удивлять своих болельщиков, поэтому будет интересно. А сейчас Буров входит в зону, сбрасывает на Григорьева. И будет ли бросок с фланга? Да, здорово действует Григорьев. 2-0. Какой бросок над щитком Игнатьева. И 2-0. Но отметим действия Бурова, который на синей линии оперативно вошел в зону. Поймал соперника на пересменке. И у Григорьева появилось свободное пространство на правом фланге. Напрашивался там этот бросок и правильно сделал Максим. Попал ровно над щитком на неудобной вратаря высоте. И там без шансов. 2-0. Да, шикарная шайба. Обескуражен здесь, конечно, таким началом Юрий Игнатьев. Ну что, смотрим. Вот получается. Ну, вот заходит передача, Данил Григорьев, да, в зону. Один. Ну, блин, ровно под штангу. Ну, такое, такое не берется, конечно, да. 2-0. Передача Максима Бурова, номер 8. Шайбу забросил Данил Григорьев, номер 15. Быстро, быстро очень развиваются события сейчас в нашей баталии. И сейчас скандируют болельщики Юнисона, логово Грифонов, скандируют фамилию Григорьева. В каком молодежном клубе еще парни получат такой заряд от болельщиков? И, кстати, о болельщиках. Юнисон один из немногих клубов, кто вывел из обращения 7 номер. Это номер, принадлежащий болельщикам команды. А сейчас уже Валерий Бринкман. Не дает весьма ему... красивая история вот с номером. Позже продолжим. Так, а Бринкман зафиксировал сейчас шайбу. Сосредоточен там весьма сейчас Игорь Юрьевич Горбенко. Ну, на самом деле, пока все по плану. И здесь в целом беспокоиться, думаю, семье Юнисон в данный момент не о чем. 2-0. Ударная выдалась такая вот пара шайб на очень коротком отрезке. Передача налево. Слева Афанасьев. Афанасьев по борту. Ну и сейчас Юнисону, конечно, важно сохранять концентрацию во всех игровых эпизодах. Полету важно забросить хотя бы одну шайбу до конца первого периода, чтобы вернуться в игру, потому что сейчас преимущество явно у Юнисона. Два быстрых серийных гола всегда обескураживают соперника. И Юнисон, я более чем уверен, что и Владимир Александрович Чебатуркин, вот сейчас, кстати, он дает ценные указания Дмитрию Кузнецову. Так, подбодрил, но похлопал по плечу. И Игорь Юрьевич, и Владимир Саныч, и Сергей Анатольевич Хальзе сейчас... Я более чем уверен, обращаю внимание именно на дисциплинированное окончание периода, потому что сейчас важно не пропустить гол в раздевалку, и тогда Юнисон уйдет с хорошим преимуществом на второй игровой отрезок. Так, ну здесь без адресата, шайба достанется Фрейру. Фрейр в центр, а в центре Абитов. Абитов передал шайбу довольно быстро, Ярышкин, Ярышкин справа. И вот здесь успевают тоже Грифоны... накрыть. Выходит Габдрахманов, и они вдвоем здесь с Галиевым. Можно было Галиеву отдать, и ему под руку как раз шайба под кистевой. Не получилось. Так, полет готовит контратаку. Тут пробегался Никита Защеринский. Сейчас Лихтарь здорово прокидывал соперника, но на подборе уже действовал второй защитник полета. Ну, кстати, 17 номер Эдуард Габдрахманов, да, тоже новичок Юнисона. А вот сейчас снова на смене ловят. Ударение. Второй раз уже ошибается, да. Полет на смене. И если в первый раз это была заброшенная шайба Григорьева, то сейчас удаляется у нас 21 номер. Громов. Да, Дмитрий Громов, защитник. Так, ну а какие здесь еще были варианты у Громова? До шайбы он не доставал. Уже выскакивал там игрок Грифонов. Ну, такие удаления, они, как правило, возникают из-за разницы в скоростях. Галиев заходил на скорости по синей линии. Григорьев только выходил... Громов, прошу прощения, выходил только со скамейки. И ничего действительно ему не осталось. Он был стоячий, никак бы он не догнал форварда Юнисона. А вот сейчас сенсационно Лихтарь проигрывает вбрасывание. Не похоже это на 65-го номера Юнисона. Но
Уже шайба у Говоркова. Вернул себе быстро Юнисон шайбу владения. И Говорков в углу так быстро разбирается с соперниками. Поднимает шайбу на Бурова. В этот раз Максим Буров действует на синей линии. Серьезная ротация в этом большинстве, в этом сочетании. А вот сейчас уже Говорков на дальней штанге замыкал передачу Лихтаря, но прошла шайба предательски под клюшкой у него. Лихтарь действует из-за ворот. Поднимает на Рузина. Рузин. Диагональная передача. Поднимет ли Говорков на Бурова? Нет, выбирает бросок сам, но блокирует шайбу защитник полета. Так, Лихтарь с Говорковым снова обыгрались. А Говорков долго высматривает. Говорков быстрее нужно. Бросок есть такой. Это Матвей Говорков уже. Снова Роман. И вот так через пятак интересно. Лихтарь. Да, здорово сейчас действовал Лихтарь на подставлении. Так и между ног подставлял. А уже там на Говоркова нападают массово защитники полета. В целом, полет выбрал такую тактику, что оставляют они защитника одного и разбирают четверых игроков Юнисона. Все-таки решили, что главная ударная сила – это именно Лихтарь, Говоркова и Рузин. Ну, тем интереснее Максиму Бурову, я думаю, покажет защитник, на что способен и что нельзя его так оставлять. Так, дорогие друзья, смотрим дальше большинство. Буров. И сейчас уже Лихтарь выиграет вбрасывание, шайба у Говоркова. Поднимает он на Бурова, бросок сходу, и вот опасно бросал Максим, но мимо створа шайба считанных пошла. Считанных буквально сантиметров там шайба разминулась с воротами. Опасно. И не видел, скорее всего, там голкипер. Сейчас вынуждены крифоны готовить новую атаку из средней зоны. Происходит смена сочетания, в то время как у полета такой возможности не имеется. Хотя нет, успевает один нападающий все-таки произвести замену. Буров уже за счет индивидуальных действий разгоняется. Отдает на нападающих, уходит на смену, выходит свежий Афанасьев. И Шлыков здорово сбрасывает на улитки сейчас своего оппонента. Поднимает на Афанасьева просто свободное пространство. А если бросить бы? Ну, бросок только здесь. Происходит. Можно защитник было исполнять. Афанасьев, мне кажется, зря не решился. Здесь надо успеть. Афанасьев успел. Федякин. Очень низко играет полет в меньшинстве. Прям вот акцентированно оставляют они защитника. Интересное решение от тренерского штаба. Ну, кстати, от очень такой сосредоточенной работы в обороне многое зависеть будет в целом в этом противостоянии у полета, особенно учитывая уже реалии первого периода. Полный состав объявлен, нет пока реализации. Ну, резюмируя это большинство от Юнисона, были опасные моменты, были броски, нагрузили они соперника и голкипера, и полета, поэтому этот игровой отрезок точно отразится на дальнейших событиях встречи. Так, игра возвращается сейчас в зону грифонов. Кто пойдет в атаку? Пойдет в атаку. Сейчас вновь вторая пятерка во главе с Абитовым. И Абитов уступает Григорьеву на точке. Тут все спокойно у Юнисона Москва. И выход левым флангом через Рузина. И здорово, Рузин. Вот успевай, там сейчас Иван Павелко. Можно было бы и оторваться, там поискать уже адресат в центре. Много прострелов, много бросков по воротам от Юнисона. И не дают они заскучать голкиперу полета Юрию Игнатьеву. Ну, кстати, по пропущенным Юрием шайбам, тут я бы не сказал, что их можно отнести к категории таких вратарских, что называется, да. Хороший бросок от Григорьева во втором эпизоде, а в первом вообще Густомесов подставил шайбу, ну, прямо, конечно, перед конечно. Вратарем. Об этом пока и речи быть не может. Тут вратарь не виноват в пропущенных шайбах. Защеринский забрасывает вперед. Выходит Бринкман из ворот и так уверенно начинает атаку своей команды. В стиле Мартина Брадо действует Валерий, который также активно любил во времена Нью-Джерси выходить из ворот и начинать атаки своей команды. Ну, мне кажется, что Бринкман уверенно максимально себя чувствует. Все-таки такой опыт за плечами. Тем не менее, дебютная встреча и сразу против полета. Поэтому нелегко сегодня Валерию, я уверен. Но молодец, он уверенно действует. Будем надеяться, что мы увидим такую же уверенную игру на протяжении всех трех игровых отрезков в исполнении голкипера Юнисона. А вот сейчас Громов хитро шайбу забрасывал туда за ворота и пытался форвард там сладить, вот доберись до шайбы, там рыбинский хоккеист, и адресат-то был для завершения. Тут оборона разбирается. Новая атака начинается. Сейчас команда Грифонов, Густомесов. Тоже через вброс за Густомесовым двое сейчас присматривали. Шлыков, ничего себе. Так, и удаление, еще одно. Толчок соперника на борт.
фиксируется в этом моменте, друзья. Удаление получает Владимир Шлыков. Толчок соперника на борт. Вот этот эпизод. Фрейру снова достается. Но Фрейр молодцом. И претензий здесь никаких не стал высказывать. Посмотрел на решение и был этим решением полностью удовлетворен. Большинство еще одно сейчас у команды «Полет». И снова будет играть звено Абитова в качестве спецбригады. А в качестве бригад меньшинства Павелко со своими партнерами, да. Павелко, Ракитин, Афанасьев и Дмитрий Кузнецов действуют в обороне. А вот сейчас опасный бросок. Прошла диагональная передача у «Полета», но благо шайба пролетела мимо створа ворот. И сейчас снова широко по зоне располагаются, прям в борт упирается форвард «Полета». И выбрасывает шайбу Иван Павелко. А мне кажется, что тренерский штаб «Полета» как раз разбирал игру в меньшинстве Грифонов. И вот компактность была обнаружена. Поэтому и стараются они пошире работать. Ну, такое популярное решение, но эти броски издали не присут никакой опасности. А чтобы нагнетать, так сказать, на ворота соперника, конечно же, нужно быть ближе к воротам. А там «Юнисон» играет очень насыщенно. Да и длина передачи получается гораздо больше. Соответственно, больше возможности перехватить этот пас и прочитать, так сказать, этот отрезок. Шиврин. Шиврин набрал за две встречи предыдущих 1+1. Хороший показатель для защитника. Да, атакующий защитник Матвей. И показатель лишнее тому подтверждение. Варламов пытается продраться. Сейчас отдает передачу Защеринскому. И с ним Смирнов рядом. Тут, пожалуй, ничего не будет. Нет, борьбу выигрывают все-таки грифоны. Да, и сирена звучит, которая отправляет команды на 15-минутный перерыв. Ну, а вы, дорогие друзья, далеко не отходите от ваших экранов. Мы сейчас с Артемом продолжим говорить о хоккее. Команде «Полет» два сезона. И как-то замотивировать меня, что ли, тренер хочет. Ну, сам не знаю, мне не объяснили. Ну, а как тебе в новой роли? Неплохо. Хорошо, теперь по игре. Ведете 2-0. Первый период позади, стало быть, все получается у команды или есть что улучшить? Ну, есть, конечно, нюансы, над которыми нужно поработать, но так, в принципе, неплохой период, надо работать дальше в таком направлении.
кому как не тебе знать, как играть против рыбинского полета. Вот, может, поделишься с нами парой секретиков, как против них играть. Ну, рыбинский полет всегда была такая неуступчивая команда, дерзкая. Но с ними всегда трудно играть, что уж тут сказать. Поэтому настраивались, готовились, разбирали где-то команду. Слушай, какие впечатления были? Вот ты удалился, но потом вышел с удаления и сразу же там поучаствовал в заброшенной шайбе. Как, какие эмоции? Какие эмоции? Когда сидел на скамейке, только негативный, подвел команду. Ну ладно, молодцы, парни справились. Так получилось, хорошо, что забили гол. И все, рад. Заключительный вопрос. Впереди еще два периода. Что ждать от Юнисона? Ну, будем стараться еще больше наращивать темп. Построже сыграем в обороне. Ну, играем только на победу. Супер, спасибо. Дорогие любители хоккея, мы сейчас в перерыве матча «Юнисон Москва» и «Рыбинский полет». 2-0 после первой игровой трети. Статистика бросков 21 против 5. Вполне такая хозяйская. В створ 13 против 4. Тоже вполне солидное превосходство. По счету 2-0. На вбрасываниях примерно одинаково 7-6. И штраф 4-2 сейчас в данный момент. Ну, больше у грифонов. Артем, ну что, давай разбираться с голами, наверное, прежде всего. Да, давайте перейдем, Антон, к разбору наших игровых эпизодов. Покажем мы. Так, начнем мы. Сейчас сделаем полноэкранный режим, да, перейдем как раз к хайлайтам. И повтор, посмотрим гола первого заброшенной шайбы, когда забрасывал Евгений Густамесов. Подставил он клюшку под бросок Никиты Афанасьева. Но там сначала действовал хорошо у нас Говорков. Вот здесь, да, этот игровой эпизод. Мы сейчас остановим. То есть мы отмечаем действие именно вот здесь, вот когда действовал Говорков, да. Он пошел тут против двух защитников от полета, отобрал шайбу и поднял шайбу здесь на Афанасьева. В свою очередь Афанасьев остался вообще один здесь. Смотри, какое свободное пространство, да, идет. Просто вот площадка. Отсечена целая середина зоны, на которой вообще нет ни одного игрока полета. Они спустились очень низко, да, вот они были, два форварда у них. Вот эти два форварда крайних, центральный ушел ниже, защитник в углу. И остается сейчас как раз Густамесов, да, сейчас мы сотремся, что тут мы нарисовались. И вот Густамесов сейчас, пока шайба идет у нас наверх на Афанасьева, именно Густамесов пойдет вот в эту свободную зону. Освободившуюся, да, вот благодаря, да, действиям. И не успеет его защитник здесь подхватить, как бы. И вот где-то вот в этой области подставит Густамесов клюшку, да. Смотрим продолжение этого игрового эпизода. Поднимается шайба у нас на Афанасьева. Тот двигается по синей линии, набрасывает. И Густамесов подставляет клюшку, да. Еще раз смотрим повтор момента. Смотрим, вернем, да, этот эпизод. Вот здесь, да, действует у нас. Опять-таки смотрим, Говорков играет в тело. Его брат Роман идет в подбор шайбы. Спаренный отбор демонстрирует Юнисон. Подбирает Роман, поднимает на синюю линию. И Густамесов вот здесь, да, он подставляет клюшку под бросок Афанасьева. Он пошел трафик обеспечивать перед голкипером, ну и как раз получилось сыграть удачно. Мне кажется, это домашняя заготовочка, такая одна из, то есть ситуация, которая наверняка разбиралась неоднократно. Как работать при отборе у дальнего борта, кто идет на именно подбор шайбы, ну и затем, как доигрывается этот момент с вершины, на чем... Ну, будем продолжать, да? На защитник. Да, сейчас посмотрим второй игровой эпизод, когда забрасывал шайбу у нас Григорьев. Вот здесь, да, обращаем внимание на неудачную пересменку в исполнении полета. Вот они, игроки, да, смотрим. Раз, два, три, четыре, пять. Во-первых, чуть не попали на нарушение численного состава, да, здесь. Игроки рыбинской команды, шестой игрок. Но так как они там в полутораметровой зоне, так называемой, да, действовали. И что же в итоге дальше произошло у нас вот здесь? Откуда шайба и пришла? Здесь остаются у нас два игрока. Здорово действовал Максим Буров. Отобрал шайбу, сбросил он на край Григорьеву.
И, естественно, что тут остается действовать защитнику полета? Он же не пойдет сюда на Григорьева, тогда его сразу обрежут передачей. Поэтому... Но он должен был еще обратить внимание на игрока, который по центру продолжал движение. Да, соответственно, Буров уходит на дальнюю штангу, тем самым он уводит за собой вот этого защитника. Григорьева открывается вот это свободное пространство, в которое, собственно, и входит Данил. И броском над дальним щитком он поражает ворота голкипера. Вот здесь, да, смотрите, какое у него, насколько много пространства здесь. Огромное просто количество, вот, да. Вся зона, да, почти отсечена. У Григорьева тут есть бросок, вот он ровно над щиточком бросает. Неудобная для вратаря высота. Когда он садится, у него под блином, здесь открывается это пространство. И Григорьев использовал мощный, хороший кистевой бросок. Да, бросок здесь безукоризненный, то есть вопрос никаких. И смотрим. Так, подожди, а куда мы потеряли нападающего-то, который слева? А Буров, он все-таки не побежал. Буров остался, он как защитник вот в этой зоне, да, не пошел Максим в атаку. Остался он, так сказать, сзади, подстраховал Григорьева. Но Григорьев, собственно, не растерялся, разобрался самостоятельно. И сейчас смотрим, как он бросил ровно над щитком, да, голкипера. Ну, не берущийся бросок, по сути. Кстати, если мы сейчас посмотрим дальше хайлайты, то увидим момент с удалением, где примерно в такой же ситуации фол произошел на пересменке. Защитник опаздывает и вот заходит в зону игрок Юнисона. Там только нужно было успевать сыграть шайбу. Этого не происходит из-за разницы, поэтому и удаление. Да, в целом все эти удаления произошли именно на разнице скоростей, да, когда стоячий защитник у нас уходит в зону обороны. Ну, это если мы скажем про удаление у полета, а у Юнисон Москва был еще толчок на борт. Да, но в целом жестко действуют обе команды. Обе команды хотят победить. Такое противостояние между полетом и Юнисоном. Уже счет серии у них 2-2, да, своеобразное дерби, можно даже сказать. И у нас даже в комментариях такая нешуточная борьба между фанатами Юнисона и фанатами полета. Да, там еще у нас из других клубов, из других регионов болельщики подключаются. Это в целом классно. Атмосфера шикарная, матч привлекает действительно интерес во всех городах НМХЛ. Так, ну у нас событий-то в целом не так много, цифры тоже мы все обсудили, вот в данный момент они на ваших экранах, дорогие зрители. Готовы дальше смотреть за этим противостоянием? Желаем нашим соперникам прекрасной игры. Да, сейчас Антон как раз нам решет трансляции, выведет правильные ответы прошлой игры. У нас после каждого второго периода и хоккейный клуб «Юнисон Москва» проводит квиз «Золото грифонов». Призовой фонд 50 тысяч рублей. Да, и... давай обсудим это. Итак, вот то, что было у нас в предыдущем квизе. Да, первый вопрос был, сколько периодов в хоккейном матче. Но видишь, все-таки был какой-то процент у нас участников, которые ответили, что все-таки не три. Но «Юнисон» раз как раз-таки за счет этих квизов «Юнисон» и развивает знания о хоккее. Значит, от начальных этапов до экспертов. А у меня вот вопрос тогда к тебе небольшой. А ты когда начинал играть в хоккей еще ребенком, вы играли матч, где 4 периода? Слушай, не помню такого. Я помню, что мы играли один период, и потом сразу была сменка, да? А вот сейчас так играют. Поэтому, может быть, кого-то это и вводит. Себе, слушай, не да, знал, не да. знал. Дети, Кубок Москвы. Дети играют в 4 периода. Да, Кубок Москвы играет в 4 периода, где... После второго периода полный состав меняется, но счет сквозным остается. Вот такой формат тоже имеет место быть. Не слышал. Ну что, далее пойдем? Информация. Да, следующий вопрос. Как называется фанатский сектор хоккейного клуба «Юнисон Москва»? Ну вот видишь, 22% участников подумали, что гнездо грифонов, однако... Много-много раз мы это проговаривали, упоминали. Так, ну у нас ребята уже готовятся выходить потихонечку. Давай посмотрим, то есть... до начала периода у нас есть целых 3 минуты, как раз прогоним. А, ну все, остальные. Тогда идем дальше. Третий вопрос. Да, третий вопрос. Воспитанником какой школы является Игорь Горбенко? Игорь Юрьевич в своем интервью упоминал, что он является воспитанником Омского авангарда. Хорошая, сильная школа. И 50% участников ответили также. Друзья, обязательно читайте интервью специалистов, грифонов, игроков. Это вам поможет выиграть денежки. Так, четвертый вопрос. Кто может обратиться к главному судье? Ну, здесь очевидно, что только капитан команды, да, может обратиться к главному судье в такой ситуации. Пятый вопрос. Победитель первого турнира Кубок Юнисон. Да, этой весной хоккейный клуб Юнисон провел такой масштабный детский хоккейный турнир. Было много интересного. И первое место
Там заняла команда из Нижнего Новгорода, команда «Торпеда» 2014, и лишь 27% участников ответили верно. Между прочим, я эту команду тоже видел, «Торпеда» 2014. Классные ребятишки, играют уверенно вполне. Так, ладно, дальше движемся. Первый клуб в тренерской карьере Игоря Горбенко. И да, Игорь Юрьевич тренировал ярославский «Локомотив», и Ярославль всегда славился и сильной детской школой, и сильными специалистами. Поэтому я уверен, что первые как раз вот эти все знания полезные получил Игорь Юрьевич именно там. Да. В каком году вид спорта хоккей был включен в программу Олимпийских игр? В 1924-м. И опять-таки «Юнисон» расширяет знания своей аудитории о хоккее. Восьмой вопрос. При поддержке какого профессионального хоккейного клуба был создан «Металлург Череповец»? Прошлый наш соперник. Да, ну, да. Все знают, «Северсталь», конечно, сторожил нашего хоккея. Сколько команд принимает участие в НМХЛ этого сезона? 23. Да. Лучший бомбардир сборной России по хоккею на чемпионатах мира. Все думают, что это Александр Овечкин, в всяком случае, большинство. Но нет, это Илья Ковальчук, праворукий форвард нашей сборной. Еще один вопрос по биографии Игоря Юрьевича. Обязательно тоже почитайте, ознакомьтесь, дорогие друзья. И заключительный вопрос. Какой лучший результат по системе гол плюс пас у грифонов? Да, 39 очков. И посмотрим, может быть, кто-то из парней, выступающих в нынешнем сезоне, покажет лучшие результаты. А мы уже переходим к игре. После второго периода вернемся и подключайтесь к квизу после второго перерыва. Точнее, во втором перерыве у нас будет квиз «Золото грифонов». Участвуйте, расширяйте свои знания, выигрывайте. Все, друзья, идем смотреть хоккей. С ВТБ-ареной, и стартовое вбрасывание периода было проведено в зоне команды «Юнисон Москва», так как у нас небольшая часть штрафного времени перенеслась на этот период, на второй период. Таковы правила, вот такое изменение с этого года в молодежном хоккее. Привыкаем потихонечку. И все еще, да, 18 секунд осталось Владимиру Шлыкову находиться в штрафном боксе. Сейчас позиционная атака полета, бросок, и Валерий Бринкман фиксирует шайбу. 9 секунд до окончания большинства рыбинской дружины. Продолжает максимально уверенно действовать Валерий Бринкман. Играет так заряжающе для обороны. А вот, кстати, на ваших экранах сейчас торсида полета. Не так много зрителей прибыли, но вот они на трибунах со стягами в джерси. Чуть ниже располагаются, вот чем семья «Юнисон» на трибуне, поближе к своей скамейке, к скамейке команды «Полет». Сейчас в перерыве разбирали мы предыдущие вопросы квиза. Я думаю, многие зрители поняли, что нет там ничего такого сложного, страшного, и примут участие во втором перерыве. «Юнисон» играет в полном составе. Но «Золото грифонов» — это не единственная возможность, не единственная инновация, которую внес «Юнисон» в этом сезоне. Был составлен новый плейлист на сезон 2023-2024. О, интересная, да? Вещь, поведай-ка. Да. Уже сейчас, да, мы слышали эту музыку и в перерывах, и в течение трансляции матчей. Он был составлен официальным диджеем хоккейного клуба «Юнисон» и КХЛ D-Words. Работу можно назвать инновационной. И, пожалуй, Антон, ну это самый современный хоккейный плейлист, и я сейчас расскажу почему. Потому что, опираясь на классический для хоккея жанр, D-Words специально для «Юнисона» подобрал и самый актуальный музыкальный материал, который отражает тематику нынешнего сезона, а это именно вовлечение в киберспорт и максимальный драйв от каждой игры. Ставка на исключительно свежий материал нашла свое отражение не только в электронной музыке. И даже у классических рок-музыкантов, канонических для хоккея «Металлика» и «Nickelback», были использованы треки из последних их альбомов, которые вышли только в 2023 году. А, между прочим, треки для раскатки игроки клуба вообще выбирали самостоятельно. Было порядка 100 треков, и я знаю, что диджею было очень непросто, но D-Word знает свою работу, и он отобрал. И сейчас динамичная раскатка, которую мы сегодня видели, это треки, которые выбрали игроки «Юнисона».
Так, ну смотри, Артем, для нас как бы в эфире это постольку поскольку, потому что, сам понимаешь, тут разные условия площадки и так далее. А где это можно посмотреть, послушать, может быть, где-то в соцсети, на страничке Грифонов выложено? Да, хоккейный клуб «Юнисон» готовит сейчас новый альбом, чтобы он вышел сейчас во ВКонтакте, и будет отдельный прям плейлист, который может прослушать и насладиться музыкой, тем, что создал D-Wars для хоккейного клуба «Юнисон Москва». А, ну вот, во ВКонтакте, да? Да, и причем там удобно. Отечественная хоккейная классика еще получила очень интересный импульс через ремиксы к игре Atomic Heart. Слышал ты такую, наверное, там? Конечно, слышал. Так, у нас тут столкновение произошло, но поднимается, и, в общем-то, нормально с ним все. Иван Горбачев. Удар локтем в этом моменте, кстати, такой... И удален защитник Максим Буров, да, который выходил в спецбригаде меньшинства. И сейчас важная задача перед Владимиром Чебатуркиным — найти ему замену в этой спецбригаде. Ну, здесь, да, конечно, жестковато. Да, пошел Буров, но что поделать, таковы хоккейные правила, нельзя. Так, Рыбинск получает шанс сейчас сыграть в большинстве и размочить счет на ВТБ-арене. Смотрим, как получится. Опять здесь вторая пятерка выходит на большинство во главе с Абитовым. Смотрим, что получится. Ничурхин бросок поворотом заблокировал. Грифон здесь выдвинулся на шайбу самоотверженно. Кузнецов, Дима, порядок. Так, в угол уходит шайба. Снова на вершину от полета. И еще один бросок. Бринкман, ну, просто читает. И шайба прилетает к нему. Геометрия атаки классная. Который раз действует полет через Ничухрина. Выводят они его акцентированно, прям под этот бросок сходу, но Бринкман тоже это понимает, перемещается и уже на перекате фиксирует ловушкой шайбу. Напоминает нам ведущий сегодняшнего матча о квизе «Золото Грифонов». Весь сезон на домашних матчах «Юнисона» можно будет обогатиться не только яркими эмоциями и радостью, но и... материально. Да, но «Юнисон» будет дарить денежные призы только трем болельщикам с общей суммой 50 тысяч рублей за победу в квизе. За первое место 25 тысяч и 15 и 10, соответственно, за второе и третье места. Чтобы заполучить золото Грифонов, нужно быстро, а главное правильно ответить на вопросы квиза, на которые будут появляться на кубе и видеотрансляции. Вопрос за приз могут все болельщики, пришедшие на ВТБ-арену, и все зрители нашей трансляции. Три основных направления вопросов – это про хоккейный клуб «Юнисон», про хоккей в целом и вопросы на общие знания из актуальных интервью хоккейного клуба «Юнисон». Но у нас сейчас продолжается большинство полета. Опасный прострел от Ничухрина, но не находит эта передача своего адресата. И сейчас уже новое сочетание у «Юнисона». Там Лукавенко в пятак сейчас держал крепко вот на... Именно подставление был расчет от Чухрина. Лукавенков контролировал здорово там позицию. И вновь отметился Лукавенко сейчас блокшотом на прошлом матче. И сейчас это Шлыков действовал сейчас на вершине в меньшинстве. Ловит он ногой грамотно, кстати, сел Шлыков и щитком отбивает шайбу, летящую в ворота Бринкмана. Ярышкин бросал поворотом номер 98. Кстати, у Ярышкина 3 очка, 1 плюс 2. То есть он уже в этом сезоне забивал, отдавал. Надо бы с ним тоже повнимательнее быть. Четверка Федякина будет дорабатывать. Сейчас это меньшинство и выходит у гостей. Секундочку, дорогие друзья. А, это 97-й номер. Рамиль Абитов также и продолжает играть. Это бригада большинства. Не переиграют ли? А вот как раз мне было интересно, кто выйдет сейчас с Афанасьевым вместо Бурова. И Владимир Александрович Чебатуркин выпускает Ивана Самсонова, 79-го номера. Он сейчас переводит на Афанасьева, и тот выбрасывает шайбу. Не выбрасывает. Диагональная передача такая на Федякина, тот на Крупника. И Крупник уже в меньшинстве вылезает на ворота противника. Вот это наглость в исполнении нападающих «Юнисон». Так по-спортивному нагло действовали сейчас Федякин и Крупник. В меньшинстве организовали такую контратаку и довольно-таки опасный момент у ворот полета. Ну так тоже нужно... действовать, потому что, как мне кажется, все-таки начало второго периода больше за рыбинцами.
Они больше времени в атаке играют, это видно. Но это скорее обусловлено тем, что они начинали этот период в большинстве, когда был удален Шлыков, и сейчас продолжили его в большинстве, когда был удален Буров. Конечно, дисциплинирование нужно действовать грифоном, потому что любая игра в четвером, она отнимает много сил. Сейчас на пятаке шайба возилась, но Кузнецов там разобрался, поднял клюшку оппоненту и не дал возможности добить шайбу в ворота Бринкмана. Ничухрин там снова один из самых активных. Молодец, конечно, 27-й номер. Сколько уже вот за последние 3 минуты, наверное, 4 броска сделал. Выбрасывает шайбу Буров. И сейчас 3 защитника находятся на площадке Юнисона. Удаленный Буров, Самсонов и Кузнецов. И вот только сейчас Максим поменялся. Вместо него вышел Роман Говорков. А вот сейчас положение вне игры фиксируют линейные арбитры сегодняшнего матча. И меняются составы обеих команд. Игорь Юрьевич промелькнул там сейчас крупным планом. Вот они... Сейчас тандем тренерский грифонов. Здесь по стартовому отрезку второго периода, да, возможно, чуть-чуть тревожно. Но, опять же, все по событиям. И то, что не пропускают хозяева, это позитивно весьма. А болельщики полета продолжают гнать в чате нашей трансляции. И дальше свою команду забивать гол. Густомесов. Густомесов! Вот это момент сейчас! Ничего себе вручает здесь Игнатьев. Мог наказывать Густомесов. Ну что, в равных составах, видимо, вновь мы смотрим сейчас игру первым номером грифона. А вот все, это давай. Хит в исполнении Романа Говоркова за воротами. А вот сейчас уже перестарался Захар Хвостов, юный защитник Юнисона. И звучит свисток главного арбитра сегодняшней встречи. За атаку игрока, не владеющего шайбой, будет наказан на 2 минуты. Захар Хвостов уже 3-е удаление. Ну, скажем так, 2,5, да, удаления у Юнисона во втором игровом отрезке. Конечно, это много для 6 минут встречи. Много, много, конечно. Сейчас будут корректировки по этому поводу. Ну, вот так рьяно гости начинают второй период, поэтому и надо за ними успевать, надо что-то с ними такими бойкими делать, поэтому идет череда удалений. А мне, Антон, нравится комментарий. Трансляция нашего матча. Понабрали, конечно, великанов Юнисон. Да, действительно, есть такие габаритные сейчас игроки у московской дружины. А вот Алексей Пушкин пишет нам: полет, хватит халявить, надо играть. Вот это призыв для своей команды от болельщиков. Да, это вот так в духе рыбинских болельщиков немножко свою команду пожурить так по-доброму и вперед подогнать. Я тебе более того скажу, в Юнисоне Москва есть не только нападающие, вернее, хоккеисты габаритные, но и комментатор габаритный. Я надеюсь, вы, уважаемые зрители, тоже внимание обратили. Ну, такие вот, такие тенденции, что поделаешь. Да, Антон, ну, Юнисон же следует всем тенденциям в хоккее, в том числе и на позиции комментаторов. Как иначе? А вот сейчас скандируют логово грифонов. Защита, защита. Поддерживая оборонительную четверку Юнисона. Вот Никита Луковенков успевает смениться, вместо него снова выходит Самсонов. Самсонов уже... Второе меньшинство выходит, и сейчас снова против него будет атака полета. Уверен, что тяжело сейчас этому защитнику, но нужно выстоять, конечно же, в меньшинстве. А вот сейчас Рузин протыкает противника и выходит 1-0 с вратарем. С неудобной руки он бросал и добивает. Сейчас Шлыков не попадает он в ворот. Кстати, похожий момент был, когда, если ты помнишь, недавно автомобилист играл с магниткой. И такой вот момент с Никитой Трямкиным. Ну, блин, сложный игровой эпизод на самом деле, потому что бросал с разворота Никита, и шайба, когда крутится, там трудно ее завернуть в ворота. Ну, в общем, для зрителей... А я ничего и не говорю. Ну, мало ли, вдруг кто-то подумал. Но для тех зрителей, кто не смотрел матч автомобилиста и Металлурга Магнитогорска, в овертайме магнитка взяла пустые ворота. И Никита Трямкин вышел практически 1-0 с пустыми воротами, но бросал он с разворота. И так как вот закрутило его и шайбу, то попал мимо ворот габаритный защитник автомобилиста. И, если не ошибаюсь, потом еще они игру проиграли. Но всякое бывает, это хоккей, за это мы его и любим. Он интересный и непредсказуемый. Конечно. Бросок по воротам выполняет сейчас Дмитрий Кузнецов. Впереди он уже здесь оказался. И доиграл атаку. Снова Юрий Игнатьев феерит. Вот он на ваших экранах крупным планом. Вратарь команды «Полет». А это логово, собственно. Ну вот в этом меньшинстве, мне кажется, опаснее действует «Юнисон», чем «Полет» в большинстве. Знаешь, почему-то да, почему-то так кажется. Ну, тут я могу только объяснить
рвением полета. Вот они слишком увлекаются, ну не то что увлекаются, они идут целенаправленно на ворота, и у них все-таки они осекают в своих розыгрышах, и поэтому происходят вот такие ситуации. В целом это, я думаю, что было предсказуемо, что полет пойдет с открытым забралом во втором периоде. Вот так оно и складывается в данный момент. После вбрасывания рыбинцы заручились владением. Да, и сейчас снова хорош Говорков в прессинге за воротами. Матвей подобрал шайбу, простреливал он вдоль ворот на своего брата Романа, но голкипер полета прочитал их решение и перехватил шайбу. Вновь будет вбрасывание в зоне команды из Рыбинска. А Захар Хвостов тем временем уже рвется на площадку. Одна секунда остается до возвращения пятого полевого игрока на площадку у Юнисона. Ну, сейчас полегче будет явно. Причем можно сразу иметь в виду вот этот розыгрыш, попробовать сразу левый фланг атаки. Хвостов, да, Хвостов уже приплясывает за закрытой дверцей штрафного бокса и вот вырывается. Но ситуация развивается чуть-чуть по-другому, поэтому сразу Хвостова в игру подключить не получается. А Хвостов не пошел меняться и продолжать находиться на площадке. Один из самых молодых хоккеистов в составе команд «Грифон». Пишет нам Юрий Варенцов в чате на Ютубе. Полет вперед. Рыбинск, верим в команду и ждем заброшенных шайб. Верят болельщики из Рыбинска в своих любимцев, поддерживают команду, несмотря на то, что сейчас они летят 2-0. Но Юнисон действительно сейчас владеет преимуществом и по счету, и по игре. И вот эти удаления только, наверное, нарушают вот этот ритм игры Юнисона. Но в целом, если бы бригада Игоря Горбенко будет действовать более дисциплинированно, то очень сложно будет полету в дальнейшем. Ну, он у нас и начался, вот второй период, как-то рвано-сумбурно. Так, еще одно удаление. Сейчас Игнатьев уходит. Касание шайбы, свисток. И снова будет команда Юнисон Москва в меньшинстве. Уже третье удаление во втором периоде Юнисона, а ведь команды сыграли всего 8 минут. Четвертое получается подряд или... Да, четвертое подряд удаление у Юнисона. Серьезные нарушения игровой дисциплины сейчас, но что поделать. И вновь обороняться выходят уже старожилы меньшинства, Буров и Лукавенков. Два защитника, которые принимают броски на себя, а нападающий с ним выходит Семен Федякин и Кирилл Крупник, кажется. Так, а удаление получил Эдуард Габдрахманов, номер 17. Удар соперника клюшкой. Слушай, ну это тревожный звоночек. Мне кажется, что рыбинский тренерский штаб сейчас выводы делает, что-то записывает. Много действительно удалений. Владимир Александрович Батуркин там так спокойно просто и бровью не ведет, наблюдает с бровки. Я так через всю площадку вижу. Пока, как мы тоже видим, друзья, на площадке, полет не может в зоне закрепиться. Было хорошее открывание сейчас Нечухрина на синей линии. Не заметили. Да, активный прессинг сейчас демонстрирует 77-й номер Иван Павелко и Данила Ракитин. Пас рукой зафиксирован главным судьей сегодняшнего матча. И вбрасывание должно быть вынесено в зону атаки Юнисона. Вот торсида на трибунах ВТБ-арены. Так, у нас Артем... Так, немножко вперед забежим. Во втором перерыве квиз предусмотрен. Да, абсолютно верно. Обязательно вопросов, участвуйте. Да, 12 вопросов про актуальные события из жизни клуба. Поэтому, кто еще не читал, можете прочитать интервью про Владимира Александровича Чебатуркина. Там много интересного. И будут некоторые вопросы. В том числе, я так приоткрою чуть завесу тайны. И из этого интервью связаны. Да, по свежим материалам. То, что было в соцсетях. Медийность, конечно, вот у Юнисона Москва была серьезная, достигнута в прошлом сезоне. 50 тысяч подписчиков, суммарная аудитория клуба. В принципе, все самые популярные площадки. ВК, Ютуб, Дзен, Спорт, Телеграм, Рутуб. Да, и в Телеграм можно еще заселиться в Дом Грифон, стать частью команды, участвовать в каких-то решениях в жизни клуба. Интересная штуковина. Ну, хоккейный дом Грифон, хоккейный дом Юнисон, это вообще отдельная история, да, сейчас новый проект, уже там сейчас проводятся разные активности. Вот, например,
Недавно проводился аукцион, у ребят был мастер-класс по рисованию картин, и именно картин Никиты Лихтаря, нападающего 65-го номера, разыгрывали в хоккейном доме «Юнисон», и там Никита записал интересное видеообращение, он пообещал, что тому, тот, кто выиграет этот аукцион, тому он посвятит следующую заброшенную шайбу. Вот такие вот вещи происходят. И также все жители хоккейного дома после каждого матча имеют возможность выбрать лучшего игрока сегодняшней встречи. И мы приходим в раздевалку и дарим приз от хоккейного дома лучшему игроку встречи по мнению жителей. А помимо всех этих активностей, это также уникальная возможность просмотра эксклюзивного фото и видеоконтента, участие в закрытых онлайн и офлайн встречах. Фарчекин, Фарчекин, Артем. Да, вот сейчас момент. Федякин. Гол! Красавец! Гол! 3-0! Федякин это... из-под ноги! Из-под ноги бросал сейчас Федякин. И вот это голешник, конечно, в исполнении Семенок. Слушай, какая мысль, конечно, вот это пришла. Ну, во-первых... Вопреки просто грифоны, столько удалений и третья шайба. Вот что называется, на радость всему хоккейному дому. И как вот сейчас теперь быть жителем хоккейного дома? За кого голосовать? За Густамесова, который забросил шайбу ворота бывшей команды? Или за Федякина, который исполнил вот такой шедевр из-под ноги? Ну, опять смотрим повтор, да? Убежали игроки Рыбинска в атаку, обрезал там их Рузин на борту, отдал на Федякина, а тот из-под ноги бросает под, блин, голкиперу полета и без шансов просто. 3-0. Просто без шансов. Федякин первый гол в сезоне, а у Галиева плюсом еще идет ассист, у него 3 очка в данный момент. И также еще ассистом отметился Эдуард Габдрахманов, объявляет нам диктор сегодняшнего матча. Тоже, по-моему, первый набранный балл в сезоне у Габдрахманова. Первый матч, первый балл. Хороший дебют для Эдуарда. Ну, это уже, конечно, сделает настроение еще более хорошим на вечер. В семье «Юнисон» 3-0. Посмотрим, что дальше будет. Вот интересно теперь, что будет делать полет. Ситуация-то уже крайне тяжелая. А болельщики ждут. Еще одно столкновение у борта ближнего. Ничего себе. Обратил внимание, как сейчас эмоционально отреагировала лавка «Юнисона» на два хита в исполнении Никиты Луковенкова. Что называется, есть вот такой термин «живая лавка», да, в хоккее, когда каждый игрок, несмотря на то, что он даже не находится на площадке, как-то такими вот этими криками, словами поддерживает своих товарищей. А вот сейчас был опасный момент, контрвыпад в исполнении полета. А вот сейчас уже контрвыпад в исполнении «Юнисона». Григорьев ставит корпус и задерживал там точно своего оппонента, игрок полета. И будет удаление, да, в составе полета. И Бринкман потихоньку, пока там борьба идет, монументально кто-то из полета занял позицию. Да, и Бринкман только доехал, как уже пора. И вот, кстати... Очень зеркальный момент и очень интересно для сравнения посмотреть, да, именно вот что сделал Луковенко в предыдущем игровом эпизоде. Он доработал ногами два шага и подлез под клюшку противника, таким образом сделал просто чистейший отбор. В то же время Григорьев не дал защитнику полета сделать с ним то же самое, два игрока, да, будет у полета удалено. Синицкий и Абитов, да, сейчас в штрафном боксе. Вот это да, 5-3. Очень серьезная, хорошая возможность для «Юнисона» сейчас увеличить отрыв в счете. Так вот, да Луковенко... Не то чтобы серьезно, это действительно на 4-0 уверенный заход. Вот сейчас фол посмотрим еще раз. Да, еще вот разок. Видишь, как раз здесь по рукам бил защитник полета Григорьеву. А в предыдущем игровом эпизоде Никита Луковенков так вот прям наклонился и подлез со стороны крюка и выбил шайбу у нападающего полета. Поэтому... Никита Луканенко сейчас находится у нас на лавке «Юнисона», а вот игроки полета Абитов и Синицкий расположились в штрафном боксе полета. Так, ну что? Сейчас обрати внимание, играет «Закрой за мной дверь, я ухожу». Такой интересный посыл в исполнении диджея. А есть еще матча. «Потеряли пацана», я слышал в Петербурге на «Динамо». Тоже отлично заходит к ситуации. Так, ну смотрим, 3-5 сейчас. И Максим Буров действует на середине. Два защитника вышло у «Юнисона». Буров и Афанасьев. Галиев, Говорков. Вот это интересное сочетание, конечно. Игорь Юрьевич выбрал на большинство 5-3. Сейчас Буров показывает бросок на Афанасьева. Тот с кистей, опасный бросок. И фиксирует шайбу ловушкой. Голкипер полета.
Юрий Игнатьев молодец здесь. Но тут я бы еще отметил, что оборона вовремя сориентировалась и как раз смогли оставить. Вот, нет здесь все у Грифона. У Грифонов трафика, и вратарь видит все прекрасно, поэтому бросает. Пишут нам в комментариях, предсезонка Юнисона явно показывала, что команду формируют на победу в сезоне, когда все играли с соперниками из лиги, они играли с командами из МХЛ. Да, действительно. Юнисон занял второе место на мемориале Рамазана, проходившем в Магнитогорске. Причем обыграли они всех соперников, но система турнира такова, что после кругового турнира еще происходит плей-офф, где Юнисон в финале уступил Тольяттинской Ладье. Но действительно хороший результат с командами молодежных. Причем, кстати, я смотрел статистику той встречи, и там была такая картина в стиле 70 бросков против 20 и счет 5-2 в пользу Ладьи. Да, случаются такие матчи в хоккее. И вот сейчас уже снова бросает Афанасьев сходу, но блокирует этот бросок. Афанасьев показывает передачу на Густамесова. Тот простреливает и Габдрахманов забрасывает шайбу в дебютном матче 1+1. Вот это хорошо. Вот это здорово. И вновь Евгений Густамесов отличается своим результативным действием. Голевая передача у 10-го номера Юнисона. Ну, это уже разгромом пахнет, конечно. Да простят меня любители хоккея в Рыбинске. Сейчас выходит один оштрафованный, Синицкий остается. Наше поздравление Грифонам, гол хороший. Вот он на ваших экранах. Передача на второй темп, оттуда Афанасьев. Густамесов, кстати говоря, ассист в этой атаке. И Габдрахманов забрасывает свою уже в этой атаке. До этого у него тоже был ассист. Ну, собственно, вот это численное преимущество и сработало. Без опеки остался и Лихтарь, и Габдрахманов, и Эдуард забрасывает шайбу в ворота полета. 4-0 во втором периоде. Да, но это серьезно сейчас. И вновь обращаемся мы. Евгения Густамесова, номер 10. Шайбу забросил Эдуард Габдрахманов, номер 17. В первом матче 1+1. Еще играть достаточно. Да, солидный дебют. И вот сейчас снова обращаемся мы к жителям хоккейного дома, которые имеют уникальную возможность выбрать лучшего игрока сегодняшней встречи. Вновь сложный выбор у вас, товарищи жители. Даже не знаю, Габдрахманов, Густамесов или Федякин своим броском из-под ноги. Но решать только вам. А может быть еще и Валерий? Не будем забегать не вперед. Не будем, да, но может быть. Желаем мы Валерию сегодня, конечно же, сыграть на сухарь, как и в любом другом матче. Но пока что не будем об этом говорить, чтобы, так сказать, все здорово сложилось. Афанасьев не бросает. Шальнов. Шлыков, прошу прощения. О, Густамесов забрасывает вторую шайбу, записывает свой актив, и 5-0 становится счет. Хороший поперечный пас прошел на Густамесова, и Евгений броском сходу на перемещении ловит голкипера полета и между ног забрасывает шайбу. Сейчас будет замена вратаря. Получается, что вот в этом двойном удалении сразу две шайбы, то есть большинство безукоризненно. Причем, заметь, оборонялся Юнисон в начале периода в меньшинстве целых три раза. А теперь реализовал большинство. То есть спецбригады решают исход сегодняшней встречи. Да, Шлыков тоже здесь зарабатывает передачу голевую. Ну и Густамесов уже здесь совершенно без сомнений. Если в первом моменте у нас были какие-то сомнения на этот счет, то здесь уже сомнений никаких. Густамесов забрасывает. И, по-моему, Сёму Федякина тоже объявили в качестве ассистента. Замена голкипера произошла, кстати. Фёдор Бондарь появился, и Фёдору мы желаем тоже хорошего, уверенного игрового отрезка вратарю полета. От него сейчас многое зависит. В атаке рыбинцы. Гол. Гол! Варламов сейчас размачивает счет. Да, и отдавал здесь передачу Даниил Нечухрин, который был очень активен. Так, ну что получается? Сухарик отменяется пока у Бринкмана в этом туре. Уж точно не посмотрим мы его, может быть, на следующий день. Ну и давайте разберем атаку рыбинской команды. Тут сходу получилось вот так после вбрасывания к воротам подобраться.
Нечухрин объезжает, отдает пас. Включается здесь Никита Варламов. Ну и оставалось только не промахнуться. Варламов с этой задачей справляется. Ну и вот торсида полета на ваших экранах промелькнула со стягами в джерси. 5-1 загорелось на кубе ВТБ-арены. Да, быстрая шайба в исполнении полета. Такая неудобная, скажем так, для Валерия Бринкмана. Ну, что поделать, 5-1. Бросок по центру, никого перед вратарем. Убойная позиция. Да, конечно. Хотелось, чтобы Валерий в дебютном матче против полета сыграл на ноль. Но будем надеяться, что только больше мотивирует это Бринкмана на сухари в будущих встречах. А вот сейчас уже Юнисон перехватывает инициативу. И Говорков действовал в атаке. Сейчас Шиврин подбирает шайбу. А в отборе действовал Кузнецов. Играют, несмотря на счет, вот подмечают болельщики команды из Рыбинска. Да, это, конечно, тоже невозможно не отметить. В этом плане респект. Еще один момент сейчас. И Бондарь в деле. И снова Густамесов, и снова Говорков, Роман. Были тут исполнителями. Полет с владением. Синицкий. Времени не так много, кстати, остается до второго перерыва. Да, и не переключайтесь, дорогие зрители. Во втором периоде мы посмотрим хайлайты, флеш-интервью, и у вас будет возможность отсканировать QR-код или перейти по ссылке в описании к сегодняшней трансляции. И вы попадете на квиз «Золото грифонов». 12 вопросов, разбитые на 3 основных категории. Участвуйте, выигрывайте. Интересуйтесь хоккеем и развивайте свои знания про Юнисон и про хоккей в целом. А сейчас, тем временем, пока наши зрители готовятся развивать свои знания, Юнисон развивает новую атаку. И вот Хвостов там действует на острие, вбрасывает шайбу в зону соперника. Но на подборе быстрее оказывается. Нет, не защитник. А вот сейчас Галиев. Опасный бросок сходу. Так... У Галиева мощнейший. В стиле Ковальчука или Патрика Херст. Не знаю, тут с кем уместнее сравнивать Галиева. Но очень мощный бросок в исполнении 22 номера Юнисона. Буров движется по правому флангу, бросает и фиксирует шайбу ловушкой. Голкипер Юрий Игнатьев. Бондарь сейчас играет. Нет, Юрий Игнатьев уже заменился. Бондарь сейчас, да, в воротах Федор. Ну а что, вот он появился уже при крупном счете, и, в общем-то, ему нервничать особо нет никакого резона, поэтому он спокойно бросочки вот эти забирает из последнего. Ну, получается, грамотное решение принял тренерский штаб Ильи Сергеевича Гусева. Заменили они голкипера, и эта замена пошла на пользу полету. Забросили все-таки они первую шайбу. Тоже частый психологический прием. Не всегда голкипер виноват в пропущенных шайбах, но порой нужно вот какую-то внести, скажем так, свежую кровь в состав, что-то внести новое, чтобы встряхнуть команду. И именно этим приемом и воспользовался сейчас тренерский штаб полета. Ну и не дать, я думаю, уж как-то очень сильно в моральном плане пострадать вратарю, который 5 шайб до этого пропустил. Ну, да, уже согласен. Сделал все, что мог. Страж ворот, надо бы его действительно и поменять. А вот сейчас удаляется Семен Федякин. Много положительных действий было у этого нападающего, но вот сейчас отметился он все-таки отрицательным действием в протоколе сегодняшней встречи. Большинство рыбинской команды. Кто займется большинством, а заниматься большинством... Выходит первая пятерка, только она немножко видоизмененная. Здесь в центр вышел... Да, здесь в центр вышел Самойлов, поборолся за шайбу. Докатывается вновь снаряд до Федора Бондаря. И сейчас так высоко действует Крупник, но быстро сворачивается Юнисон. И уже трудно, конечно, полету раскатиться. Кстати, обрати внимание, полет старается... Все-таки первым темпом войти сейчас в зону. Синхронно раскатываются все форварды через сброс по дальнему борту. А там уже 74-й номер подбирает шайбу. Однако не так все просто. Там встречает его Дмитрий Кузнецов и Матвей Шиврин. И Крупник как раз в центре ждал, что возможно сюда отскок бросок. Вот это сейвище в исполнении 30-го номера голкипера команды Юнисон Валерия Бринкмана. Я, честно говоря, думал, счет станет 5-2. Да, Нечухрин бросал мощно.
в этом моменте. Но Бринкман сумел переместиться, ловушкой сыграл здесь очень удачно. Вот еще раз повтор поимки шайбы. Да, никак Даниил Нечухрин не может забить, ассист сумел выполнить. Еще разок побороться. Так, Самойлов. Я почему-то в ростере обозначен Самойлов как защитник первой пары, хотя по амплуа нападающий. И сейчас борется в центре. Рияз Галиев топ. Дошло сообщение. Кто забил? Ну, попозже скажем обязательно. Сейчас полет в атаке. Да. Опасная атака через левый фланг, но там Рузин активен и... Захар Хвостов выходит в мячце, доверяют защитнику 2006 года рождения, между прочим, доверяют Владимир Александрович Чеботуркин, место в меньшинстве, это очень важный показатель, и снова опасно, Нечухрин сходу бросал, там Бринкман головой отбил, что ли? Да, по-моему, так, по-моему, в маску прилетает вратарю. Вот тут уверенно сейчас в большинстве давит рыбинская команда, и, кстати, вот, нет, здесь уже у нас закроется большинство до сирены, это точно. Последняя минута сейчас будет объявлена диктором ВТБ-арены. Последняя минута второго периода. А, вот, Нечухрин написали нам в эфир. Команда. Видимо, так правильно звучит ударение. Даниил Нечухрин. Большое спасибо. Поняли, приняли. Привет из Твери. Вперед Грифоны, Александр Малыгин. Передаем привет всем любителям хоккея в Тверь. Так, вот момент грядет тем временем у команды гостей. Горбачев, нет, Горбачев долго принимал решение. И в итоге выходит шайба. 20 секунд остается до сирены. Выйдет полет. Ай-яй-яй, передача неудачная. Васильев открывался. Поднялась шайба, кто-то успел там клюшку подставить. Габдрахманов. Павелка. Бросок, и тут уже браво Пахмутов. Пахмутов успел за перемещением. И на этом, пожалуй, дорогие друзья, все. Да, и сейчас закончился второй игровой эпизод. 5-1 счет в пользу Юнисона. И сейчас нас ожидает квиз «Золото Грифона» в перерыве. Затем мы увидим хайлайты, флеш-интервью и вернемся в нашу аналитическую студию. Свой гаджет в руки, откройте фото и сканируйте данный QR-код. 50 тысяч рублей. Вот такой у нас будет сегодня приз. Разыграет его сразу же 3 места. И что вам нужно сделать? Вам нужно, если вы уже зарегистрированы, начать игру. Так много времени, поэтому если вдруг вы будете не успевать, попробуйте тыкнуть пальцем в небо, и, возможно, вам повезет. Желаем удачи, ну а пока уходим на перерыв.
счета. Итоги двух периодов подводим с нападающим Семеном Федякиным. Во-первых, с первой шайбы, да еще такое красивейшее. Как решился на такой финт? Спасибо. Да как, я еще с детской школы тренировал этот прием, так скажем, из-под ноги бросок. Поза в том году лучший гол сезона в МХЛ забил таким финтом. И решил здесь попробовать, почему бы и нет. Да, и получилось отлично. 4 удаления за период. Это вы так решили нового вратаря проверить на прочность? Да нет, это мы так просто меньшинство отрабатываем. Вот и все. Ну, пока, судя по всему, отлично отрабатывать. Но о хорошем. Как, умудряясь 4 минут, 4 малых штрафа получить, умудриться забить 3 шайбы? Да не знаю, просто вся команда работает, все выкладываются на все 100%, ловят шайбы на себя. Просто единое целое, поэтому и результат соответствующий. Впереди еще 20 минут. Какой игры ждать от Юнисона? Ничего не будем менять, точно так же будем играть активно, агрессивно и выиграем эту игру. И надеюсь, поменьше удаляться. Да, и удачи, надеюсь, вам. Поменьше удаляться. Спасибо. Уважаемые зрители, подошел к завершению у нас второй период противостояния. Счет в данный момент стал покрупнее, 5-1 в пользу Юнисона Москва. Но что хотелось бы отметить, пожалуй, вот прямо сейчас по периоду второму, это одинаковое количество бросков, 16-16. Да, подравнялись команды. Да, бросков в створ, 9 у Грифона, 10 у Грифонов, 9 у команды «Полет». Вбрасываний больше забирает команда гостей. 9-13. И штрафа больше уже существенно у команды Грифонов. 8 минут против 4 у гостей. Что скажешь, Артем, по этим цифрам? Ну, во-первых, конечно, бросаются в глаза штрафы Юнисона. Да, очень перевес, так скажем, в пользу московской команды. Больше удалялись, больше нарушали игровую дисциплину. Но, благо, хорошо действовали в меньшинстве. И как раз-таки уже на удалениях полета, вот это спаренное удаление, когда было, 5-3, реализовал Габдрахманов это большинство. Что касается бросков, действительно, так я и думал, что прям, знаешь, ну не думал, что вот прям ровно по цифрам 16-16 подравнялись команды. Много стали угрожать воротам Валерия Бринкмана. В принципе, эта заброшенная шайба логично выглядела. Пускай не в конкретном эпизоде, конечно, когда пропустили, но... Ну, так сходу, прямо после пропущенной шайбы в лоб пошел полет и смог забросить. Хорошая, нужная шайба. Болельщики жаждут камбэка. Там такая у нас в чатах риторика ведется. Посмотрим дальше, что будет. Итак, на что обратим внимание? На картинке. Да, как раз вот у нас повтор игрового эпизода, когда Юнисон забрасывал шайбу. Вот здесь действует нападающий в отборе. Силовой прием на защитнике полета и... Сразу три игрока полета, они уже собирались уходить в атаку, да, вот у нас раз, два, три игрока, они уже летели вперед, чтобы вот здесь проткнуть шайбу через бортик, да, и убежать, обрезав вот этих вот троих спортсменов Юнисона. Но тут был Рияз Галиев, и вот у нас как раз остается один Федякин, который вообще перед ним полностью свободное пространство, свободная зона, он в нее врывается, но вот дальнейшие действия Федякина, слушай, я честно... Ну вот, я ожидал, что он будет убирать неудобно, ждал, что он будет бросать под блин. Но что он будет делать, винт из-под ноги, мне кажется, не ожидал даже сам Семен, если честно. И так посмотрим, да, следующее, что у нас дальше происходило. Идет отбор шайбы. И вот здесь обрезанными оказываются все игроки, все защитники полета. И Федякин остается один на один с вратарем соперника. Но вот дальше Семен принимает шайбу. И начинается из-под ноги, красота. Да, из-под ноги, какой бросок, ну, блин, на заглядение, просто гол. Хоккейная эстетика в исполнении Семена Федякина, и 3-0, и тут даже не счет 3-0, а вот именно вот эти действия Федякина, насколько он уверенно действует против голкипера соперников. Очень хладнокровные, конечно, это издевательски, подкупает. Я бы сказал даже, вот так вот. Потом мы смотрим игру Юнисона 5-3, да, чуть назад мы вернем этот игровой эпизод. Да, 5-3 вот этот формат случился у полета. Они могли, в общем-то, и по игровому, с игровым преимуществом уходить во втором периоде. Но вот этот отрезок как раз много что подпортил.
Кстати, да, вот если было бы 3-1 сейчас перед третьим периодом, тут вопросов бы не было, что нас сейчас ждала бы рубка зубодробительная. А так смотрим, что было в этом отрезке. Да, вообще интересное расположение выбрали игроки полета. Вот, то есть, да, втроем они действовали треугольником с одним игроком на вершине. Да, вот у них вот такой треугольничек. То есть одним они действовали на вершине. Обычно вообще... как делается? Ну, необычно, частая популярная схема, когда один защитник остается вот здесь на пяточке, и вот так вот два игрока располагаются. Ну, как бы они, видишь, они вот здесь вот где-то, вот по вот этим линиям. Примерно вот так вот, да? То есть, ну, по усам примерно располагаются, и вот такой треугольник рисуется. То есть, и он, как правило, мобильный, этот треугольник, он вот так, то есть, перемещается вот в эту сторону, соответственно, и вот так вот крутится игрок взаимозаменяемость. Так, что же дальше произошло? Но полет выбрал несколько иную схему, они действовали одним игроком на вершине. И вот здесь, конечно, напрашивается в такой ситуации сброс в исполнении Афанасьева на Густамесова, а тот уже простреливал вдоль ворот. И тут остается, получается, один у нас Габдрахманов. Тут еще Лихтарь у нас замыкает дальние штанги, да? Поэтому, если бы не забил Габдрахманов, забил бы Лихтарь в этом игровом эпизоде. Да, ну, Лихтаря здесь участие не понадобилось. Итак, вот решение. Пошла шайба вниз. Да. И вот здесь вот уже отрезанными оказались два игрока. Отрезанными казались два игрока полета. Вот здесь они располагались. Этого хватило Габдрахманову, чтобы... Вот здесь, то есть Лихтарь один вообще абсолютно без какой-либо опеки. Тут защитник у полета еще и ложится. То, что втроем, в принципе, делать практически категорически запрещено. Но, с другой стороны, лег бы он полностью. Видишь, он не успел расположиться на коленях. И, получается, Габдрахманов забрасывает шайбу вообще в пустые ворота, расстреливая в упор ворота противника. Да, вот такая ошибка случилась. Такой розыгрыш провел Юнисон Москва. Еще один гол у нас сейчас подойдет. Да, у нас, в принципе, немало голов было в этом игровом отрезке, поэтому, надеюсь, успеем и посмотреть их, пока участвуют наши болельщики в квизе. Ну, здесь продолжилось большинство у Юнисона. Опять же, низко действует полет, да, полет выбрал игру ромбом, то есть у них вот такое построение идет. И здесь вот этот нападающий дальний, он отвечает как раз-таки за Густамесова. То есть он отвечает за то, чтобы не прошла вот эта диагональная передача. В принципе, что и произошло, потому что, конечно же, когда проходит диагональная передача, то очень сложно вратарю соперника как-то вообще... А как ты думаешь, почему вот этот игрок, который занимал позицию в центре, не оказался левее у полета? Ну, что его вынудило оказаться именно здесь? Стоит обратить внимание на то, как он крутит головой, да, в принципе, вообще все внимание, если посмотришь, даже, вот, например, на Фанасе, да, один остается, все внимание игроков полета, вот их взгляд, да, у всех... расположен именно на игрока с шайбой, именно да. На игрока шайбы, да. И поэтому, то есть, нет вот контроля этой зоны визуального вообще никакого нет. Она остается закрытой. И поэтому остается вот один Густамесов. Он еще более того грамотно, Евгений, находит именно вот эту точку, да, куда вот ровно проходит эта передача. И тут просто сразу же бросок молниеносный сходу, который не успевает отразить голкипер полета, да. Смотрим повтор момента. Диагональная передача проходит. В касание сразу, да. Да, и здесь вообще, то есть, никто не контролировал Евгения Густамесова. Потом у нас было меньшинство у Юнисона. Тут действовал как раз Афанасьев Кузнецов самоотверженно, здорово во всех этих игровых моментах. Смотрим еще раз. Вот, кстати, момент. Момент с сейвом Бринкмана, да? Вообще, тут не берущая такая шайба. Уже не Чухрин, я думаю, видел эту шайбу в воротах, но без шансов. И Валерий Бринкман оставил свою команду в игре, потом мы уже видели флеш-интервью, а сейчас у нас продолжается квиз «Золото грифонов». Да, обратим внимание, что звучит сирена об окончании не только о том, что у нас остается 3 минуты до начала второго периода, но и об окончании квиза, поэтому, дорогие болельщики, спасибо всем, кто участвовал, мы выведем результаты в социальных сетях, выложим, свяжемся с победителями, ну а всем, кто не выиграл, уверен, вы узнали много нового о хоккейном клубе «Юнисон» и не только. Все, идем смотреть хоккей. Конечно.
Дорогие друзья, возвращаемся потихонечку в наш прямой эфир. Пока Артем подводит кое-какие результаты нашей игры, нашего квиза. Я надеюсь, все, кстати, поучаствовали. Он сказал, около 300 запусков было. 285 запусков игры. И у нас сейчас примерно столько же зрителей в прямой трансляции находится. Ну что, удачи, друзья. Сейчас будет подбивка результатов. Ну, а мы продолжаем сейчас. И вот какие цифры были в общем по встрече. 37 бросков у грифонов, 21 у полета. В створ 23-13. По шайбам 5-1, как мы видим на табло. По вбрасываниям уже идет преимущество полета 16-19. И по штрафу «Юнисон Москва» 12 минут имеет, тоже впереди в кавычках держится, 6 минут у соперника. Так, ну и снова в бой, дорогие друзья. Команды сейчас отправляются в третий период, в заключительный период и, возможно, самый важный. Как мы с Артемом говорили сейчас в перерыве, если бы не случилось у полета вот этих двух шайб, пропущенных в меньшинстве формат 3 на 5, затем 4 на 5, то сейчас это была бы уже такая интригующая ситуация. Но вот при 5-1 о интриге пока говорить не следует, думаю, друзья. И вот если полет сумеет забросить еще, а лучше парочку, конечно, для любителей хоккея в Рыбинске, вот тогда пойдет жара. Ну а пока грифоны, опять же, своей семье, «Юнисон», которая на трибунах располагается, никаких поводов сомневаться в своей игре не дают, по большей части. И сейчас вот Дмитрий Кузнецов рвется в атаку. Но по поводу 5-1, я тебе хочу сказать, что команда «Полет» — это явно не те ребята, с которыми стоит расслабляться. Каким бы ни было разрыв в счете, «Полет» будет играть до конца. И «Полет» забросил вот эту шайбу, да, как раз можно сказать, в раздевалку. И сейчас «Юнисону» важно провести этот третий игровой отрезок дисциплинированно и не допустить пропущенных шайб, потому что хоккей, психология — вещи такие. Опять-таки, завтра у нас игра вторая будет. И рыбинцы сделают выводы из того, что они сегодня увидели, так как это сделал Череповец после первого тура. И вторая игра, и опять же, это отмечал Денис Абдуллин в своем интервью, что это уже совсем другой разговор был. Там надо было действительно себя превозмогать. Ну а «Полет» — такая команда, с которой вот сложновато может получиться. Посмотрим, что дальше будет. Да, и звучит у нас свисток главного арбитра сегодняшней встречи. Удаление у «Полета», 69-й номер, удаляется. Удаляется сейчас нападающий Иван Горбачев. Да. А что касается интервью Дениса Маратовича Абдуллина, генерального менеджера хоккейного клуба «Юнисон», также дал он, помимо интервью, которое выходит на сайте хоккейного клуба, дал он эксклюзивное превью к этому матчу для подписчиков хоккейного дома «Юнисон». Поэтому подписывайтесь в закрепленном посте основного телеграм-канала «Юнисона» и по ссылке на трансляции сегодняшнего матча можно подписаться в хоккейный дом «Юнисон», заселиться в хоккейный дом и получать эксклюзивную информацию о «Юнисоне», а также возможность общаться с генеральным менеджером команды Денисом Маратовичем Абдуллиным. Так, ну тем временем Говорковы здесь попробовали вместе с Лихтарем прощупать оборону. Не получилось. Говорков по новой заходит. Бортик будет здесь закрыт. Тут Буров, разумеется. И Буров, хороший диагональный пас на Галиева. Тот с кисти сейчас бросал мощно, но попал в живот голкипера. Да, да. По центру жаль, конечно. Хороший розыгрыш. Да, вот такая возможность, конечно, с генеральным менеджером пообщаться. Это интересно. Я думаю, что должно привлечь и туда. И сейчас на Кубе нам показывали представителей в майках «Сигма». Какой яркий, яркий представитель, наверное, студенты пришли на матч хоккейного клуба «Юнисон». Ну, вроде бы как в этом направлении работа ведется, насколько я знаю. Так что да, конечно, да. С привлечением. В целом. В «Юнисон» ходят студенты, ходят молодежь, ходят семьи, это здорово. Так, ну а у нас еще бросочек один здесь прошел по владениям Федора Бондаря. И, кстати, про студентов, уверен, парням было интересно. Фойе, появились сейчас зона, киберзона с PlayStation, и там можно поиграть в НХЛ не только за команды там а-ля Вашингтон Кэпиталс, там поучаствовать за Овечкина, но там появились сейчас отрисованные хоккейным клубом
именно игроки Юнисона, то есть каждый желающий сейчас может играть в PlayStation именно Юнисон против полета. Кстати, у полета там очень похожий логотип, хочу сказать. И вот забросить шайбу за Евгения Густамесова, например. Ну, слушай, ну это очень прикольно. Это современная НХЛ дает возможность так отрисовать команду. Да, программирует, то есть там прям каждый игрок отрисован, внешне, номера, фамилии, майки и даже экипировка такая же, как у наших спортсменов. А тогда у меня еще один вопрос. А это разовая акция или каждый соперник будет? Конечно, на каждом матче можно будет, на каждом домашнем матче зрители, которые, да, Антон, да, я понимаю твое удивление, но действительно хоккейный клуб вот приготовил такое вот интересное нововведение. Теперь на каждом домашнем матче Юнисона можно будет прийти и поиграть в PlayStation. Вот, то есть ты только что сейчас играешь в фойе, например, за Юнисон против полета, а потом выходишь и смотришь уже настоящую игру, да, настоящую игру. То есть можно даже, знаешь, такую аналогию провести, сыграть сначала виртуальный матч, посмотреть, кто там выиграет. Можно вообще болельщикам соревноваться. Поэтому, уважаемые болельщики полета, ждем вас завтра в киберзоне. Приходите и играйте за своих любимцев. А в свою очередь болельщики Юнисона пусть играют за московскую дружину. И посмотрим, кто сильнее не только на площадке, но и в киберпространстве. Интересная штука, да. Мне кажется, это не только любителям хоккея детского возраста интересно, но и взрослым тоже. Очень даже. Так, Антон, ну у нас я здесь еле удержался сегодня, чтобы не опоздать в комментаторскую. Так сильно было желание поиграть в PlayStation, но все-таки трансляция матча – дело важное и интересное. Да, чуть не опоздал. Слушай, ну там помимо киберзоны, как ты сказал, есть еще бросковая, есть аквагрим, много действительно чем заняться. Аэрохоккей, что... да, действительно, очень много для болельщиков всего существует. И Юнисон ведет работу по всем направлениям, и работа с болельщиками в фойе, и фан-шоп. Сейчас, кстати, там очень много тоже открылось новых позиций интересных, поэтому ждем вас в стенах ВТБ-арены на наших домашних матчах. Тут всегда есть место многому интересному. Слушай, я вот смотрю несколько моментов. Грифоны подходят. А броска-то нет никак. И да, шайба сейчас с одного бортика на другой переходит, но тоже никак не может найтись по центру момент. Еще один бросок, снова на месте Бондарь. А вот сейчас Шлыков бросал по воротам, но вот очень здорово Захар Хвостов открывался на дальнюю штангу. К сожалению, не увидел его Владимир. Но бросок — это никогда не ошибка. Поэтому все-таки довели до броска Грифона эту атаку. Но я с тобой соглашусь, что сейчас Юнисон начал больше действовать позиционно, нежели атаковать ворота противника. Долго-долго, да, вот возили шайбу, бросков не было. 5 минут, уже почти 6 сыграли со старта третьего периода. Игра плотная, борьба идет. И снова активный Шашлыков в отборе. Галиев. Галиев, кстати, вообще редко смотрит на шайбу, он просто летит в тело. И для защитников, вот я по себе знаю, когда такой форвард есть... В свое время в КХЛ играл Максим Рыбин, и был он много лет, играл, поправь меня, Антон, а сейчас опасный момент, Габдрахманов, будет ли дубль? Вот это да! Вот это да, Габдрахманов, дубль! Если я не ошибаюсь, в предыдущем сезоне Эдуард забросил 3 шайбы за Ирбис, а сегодня он за 1 матч уже дубль, и голевая передача раскрывает тренерский штаб Эдуарда в полной мере. И опять, как все хладнокровно было сделано. Ну, просто на заглядение. Александр Викторович Клименко только что на ваших экранах промелькнул крупным планом. А вот смотрим, что было. Габдрахманов открылся, и как просто молния здесь пролетел защитника, получив шайбу. И вот что сделал в завершении. Ну, просто мастер. Да, здорово показал. Обычно, кстати, подобные финты только праворукий форвард Колорадо Эвенш. Нейтан Маккинон такой использует. А вот Галиев очень похож на Максима Рыбина, который в Северсале, в Череповецке играл. Он там за сезон порядка 130 хитов мог сделать, что считается очень хорошим показателем. И мне кажется, у Галиева больше за матч в среднем, чем у Рыбина даже. Но посмотрим в конце сезона, сколько будет хитов у Галиева по итогам чемпионата. Такой тоже нужен всегда форвард в команде. Да, конечно, такой форвард. Который под кожу будет залезать соперникам. И отрезочек, вот мне кажется, особенно после счета 3-1 в нашем матче, такой был, когда Юнисон стали играть более плотнее в борьбе, более так жестче у бортов. Но тоже как вот элемент.
Да, это очень важный элемент, потому что когда вот я как защитник, да, иду в подбор шайбы, и на меня летит в тело нападающего соперника, конечно, первая мысль, то есть уже как-то надо сгруппироваться, подготовиться, все равно я уже отвлекаюсь от того, как я буду начинать атаку. А вот смотри, Артем, такой вопрос. А вот когда играли в Рыбинске два матча серии, там собиралось приличное количество народа на трибунах. Как это давило вообще? Вот, ты же много повидал матчей при большом количестве зрителей. Атмосфера именно там. Да, когда ты играешь в гостях, и фанаты домашней команды гонят вперед, всегда сложно, ощущаешь такое давление, да, со стороны. Я уверен, что это же самое давление сейчас ощущают игроки полета, когда логово Грифонов сканирует свои кричалки. И в том числе поэтому трудно играть. Вообще, на ВТБ-арену, да, любая команда приезжает, я думаю, настраивается как ни на кого другого соперника, потому что тот уровень организации матча и тот уровень игры, который демонстрирует Юнисон, наталкивает на то, что настраиваются на них по максимуму. Да, это организация, это во-первых. А во-вторых, все едут в гости в столицу. А на столичные команды настраиваются везде и всегда, как на последний бой. Поэтому здесь все понятно. Да, и будет с каждым матчем, конечно, Юнисону все сложнее. Их будут разбирать, на них будут готовиться, настраиваться. Но я уверен, что у Игоря Горбенко есть решение на все эти вопросы. И дадут они много интересного своим соперникам в течение каждой встречи. Конечно, мне кажется, вот креатив, он не иссякаем просто. Тем более вариативность есть приличная в Юнисоне Москва. И как зрители подмечают нашего и первого тура, и вот этого матча, команда классно укомплектована. Вот. Да, а вот полет в основном действует в три звена и сказывается уже сейчас это даже на скоростях игры. Юнисон играет преимущественно в 4-3, во всяком случае. Вот три пары иногда переходит Владимир Чеботуркин, но 4-3 регулярно выходят у Игоря Юрьевича Горбенко. И сейчас посвежее выглядят на самом деле Грифоны в атаке за счет, мне кажется, вот этого вот длины лавки и ширины состава. Еще одна контратака, возможно, получится. Здесь подобрал Владимир Шлыков. И ждет Шлыков. Не стал уходить. Да, вторым темпом уходит атаку. А сейчас с жестким силовым его встречал защитник полета. Но Синицкий. Шлыков сносит всех на своем пути. И уже Матвей Шиврин. Кстати, сегодня в прошлых матчах прям Шиврин так ярко отмечался действиями на синей линии. Но с другой стороны, у защитника, как и говорил Владимир Александрович Батуркин в своем интервью, основное — это надежность в обороне и показатель полезности плюс-минус. Я думаю, что прислушался Матвей к словам своего наставника, и действительно сегодня он надежен в обороне. И... Но уверен, будет момент, Матвей еще подключится в атаку и продемонстрирует нам свои навыки атакующих. Так, Синицкий сейчас высматривает вариант. Ай, через касание здесь, через ничухрена хотели сыграть неплохо. И тот сразу пошел в отбор и будет наказан за это. Эдуард Габдрахманов уже оказался на полкорпуса впереди. Да, зарабатывает Эдуард на себе удаление. И сейчас большинство у Юнисона. Очередная возможность забросить шайбу в ворота полета. А, ну здесь, обрати внимание, Абитова удаляют. 97-й номер сейчас в штрафном боксе. 6-1 на табло в данный момент. И 11 без малого еще играть. Как мы там вначале сказали, самая крупная победа на Западе 7-1. Да. Время есть еще, чтобы улучшить и этот показатель. Вот это бросок от Бурова. Смотрим. Но фиксирует шайбу. И, кстати, говорили мы, Антон, с тобой про семью Юнисон. И, как известно, вообще бренд Юнисон, он берет свое начало на Донбассе, в шахтерском городе Донецк, откуда родом руководители и основатели клуба. И именно там зародилась идея создать что-то, что может объединять людей и закалять характер молодого поколения. И поэтому на предыдущих матчах против Череповецкого Металлурга присутствовало 40 воспитанников спортивной школы Юнисон. Они победители всех крупных всероссийских и международных соревнований. Гол! По различным единоборствам. А сейчас... Позже мы Айба продолжим. Ворота! Да, но... Забрасывать седьмую шайбу Юнисон в ворота противника. Просто. И сейчас видим мы разочарование голкипера полета. Понимаем мы его настроение сейчас. Вот до чего доводит Юнисон. Так, ну что, смотрим на повторе, что здесь произошло в этом взятии ворот. Трое форвардов, а через низ и за ворот Лихтарь. А вот здесь показал он, что будет отдавать передачу в центр и продолжил на Говоркова. Матвей Говорков добивал шайбу с пятака и закапывает у него там вместе с вратарем
И вроде грамотно действуют защитники полетов. Вдвоем они опекали Говоркова, но тот ушел из-под опеки и с неудобной руки все-таки проткнул шайбу в ворота соперника. Так, ну что, поздравляем Матвея Говоркова с 6-м очком в сезоне. Отличные показатели у лидеров грифонов. Так, ну что, 7-1. 7-1 это, конечно, уже серьезно. Продолжай, Артем, вот что у нас там было до взятия ворот. С 15 по 18 сентября руководство «Юнисон» организовало поездку в Москву для ребят из спортивной школы. А сейчас у нас... И как раз заговорили про единоборство, и вот у нас, видимо, парни услышали, решили продемонстрировать тоже свои навыки. Не знаю, там, насколько они боксерские или больше борьба, но... Конечно, эмоции. И, кстати, вот тут полет тоже демонстрирует свой характер. То есть парни не хотят проигрывать, не сдаются. И сейчас они уже как раз задают тот ритм, который действительно пойдет на завтрашнюю встречу. А вот сейчас рефери, так приобняв и Гарифона, и игрока рыбинской команды, отправляет в штрафной бокс ничью хрена и Афанасьева. Да, в формате 4-4 продолжится. Сейчас у нас встреча ближайшие 2 минуты. Ну, накаляются страсти и опять же показывает это нам, что полет не сдается, полет не опускает руки. И в то же время «Юнисон», несмотря на то, что парни ведут 7-1, они не согласны проигрывать ни в каком игровом эпизоде, ни в углу площадки, ни на вбрасываниях. Вот сейчас, да, Шлыков действует активно и выбрасывает, собственно, в шайбу, видимо. Ну, это все заставляет потом на разных разборах перед матчем искать слабости. И поводы не дают команда грифонов. Старается не давать. Выбрасывает Бринкман сейчас. И сейчас 1-0. Есть возможность у Абдрахманова выйти. Ставит он корпус, режет угол, бросает. Вылетает клюшка у голкипера полета, но не забивает Эдуард. На хитрик шел Абдрахманов. Вот это активность. Да, ну пока не судьба. На прошлом туре, да, у нас вот ребятишки из школы единоборств «Юнисон» приезжали в Москву в гости. Это такая, скажем, награда за их спортивные труды была. Отлично время провели. Да, ребята посетили Красную площадь, побывали в Москвариуме и на мастер-классе в Лужниках с участием заслуженных тренеров, кстати, по кикбоксингу и самбо. Ну и, конечно, все 40 спортсменов посетили 2 домашних матча их старших братьев-хоккеистов на лучшей арене Москвы, на ВТБ-арене. И во время игр всех детей наградили подарками за их успехи. Они встретились с руководством клуба, руководством школы. И я уверен, осталось у них много впечатлений от этой поездки. И вот эта награда будет дополнительной мотивацией для всех занимающихся детей в спортивной школе единоборств «Юнисон». Конечно, бесспорно. Это важный очень момент. И у нас уже 8 минут до конца третьего периода. Как так быстро пролетает время матча? Но хочется больше смотреть, хочется, чтобы этот праздник продолжался. И благо, что в молодежном хоккее действует система спаренных матчей. И завтра уже мы сможем наблюдать снова за противостоянием полета и «Юнисона». И я думаю, что здесь та же самая ситуация, что и с «Металлургом» Череповецким. Да, очень похоже. Понимаем мы, что завтра будет совершенно другая игра. Завтра полет разберет ошибки и... не оставят. Это без внимания и тренерский штаб, и руководство клуба. Блокировочка назначается сейчас главным рефери. Кому-то из игроков грифонов. Да, 24-го номера Даниила Ракитина приглашает сейчас рефери в штрафной бокс. Антон, не знаю, как ты, я уже сегодня сбился с количества удалений. И несмотря вот на такое большое количество штрафов, да, всего одна пропущенная шайба у «Юнисона», хороший показатель игры в меньшинстве, но тем не менее очень энергозатратно вот это вот все дело. Опять выходит Луковенко в меньшинстве, лидер по блокшотам Кузнецов, Федякин и Павелко. Вот эта вот бригада нейтрализации меньшинства выходит у нас сейчас на площадку. А полет вновь расположится в позиционной атаке. И сейчас Луковенко в таку борта теряет равновесие, но помогает ему Кузнецов там подняться. Насчет энергозатратности я с тобой полностью согласен. Но это такой соперник. У соперника есть свой стиль, и он мотает просто. Даже несмотря на то, что он крупно проигрывает. Вот по настрою, конечно, поразительно действуют гости. При таком счете стараются атаковать.
Ну, причем, насколько вот будет интересно посмотреть, насколько велик разрыв в статистических показателях между полетом и юнисоном. Не думаю я, что там прям вот серьезный перевес по броскам. В первом периоде, да, у нас было 16-4, если я не ошибаюсь. А вот уже во втором грамотреске подравнялись показатели. Сейчас полет нередко атакует ворота Валерия Бринкмана. И скорее тут сказывается именно фактор реализации бросков, насколько юнисон больше реализует. И по этому поводу вот тут на днях на просторах одной социальной сети я наткнулся на информационный такой источник. Хоккей в курсе, ведет его Антон Королев. Форвард Витязя бывший. И вот он там тоже рассуждал по поводу реализации. Там задали ему вопрос, что вот, как вы считаете, влияет на реализацию моментов и как это натренировать. Вот тоже вчера задался этим вопросом. На самом деле, наверное, больше... Ой-ой-ой. Шайба на скамеечку там улетела. Наверное, со всеми все в порядке. Да, вот сейчас да, передадут. Да. Наверное, больше влияет именно... Нельзя вот прям натренировать вот эту реализацию моментов, только большое количество игровых упражнений, которые Юнисон, кстати, использует в своем тренировочном процессе. Много об этом в своих интервью говорит, кстати, главный тренер Торпедо Игорь Ларионов, тоже говорит он о важности именно игровых моментов в тренировочном процессе, постоянная игра на счет, постоянно творческие решения. И, конечно, делать акцент, да, игрокам нужно на тренировочных упражнениях. Сейчас Бринкман снова вступает в игру. Делать акцент на том, чтобы каждый бросок стремиться забросить шайбу. Это полезный совет, мне кажется, не только для игроков молодежного хоккея, но и для юных хоккеистов. То есть, если ты на тренировке делаешь акцент на том, чтобы каждый бросок забивать, то потом это сказывается на игре, и реализация моментов растет. Само собой. А я вот еще один, скажем, источник информации посматриваю по... хоккейной тематики. И не так давно я смотрел видео, где рассказывали, почему сборная Канады сильна в любом своем составе. Так вот, и ключ там в том, ну, объяснение было, ключ в том стоит, что игроки индивидуально имеют просто высочайшего уровня выучку. И все ситуации стандартные, которые возникают, неважно, где оказался игрок, справа, слева, в центре и так далее, то есть он уже из этой ситуации знает, что ему делать. Образно говоря, там большое количество шайб сборной Канады на последнем чемпионате мира забрасывалось. Просто бросок идет от борта в направлении пятака, подставление и шайба в сетке автоматически. То есть много игроков на этих позициях находились, и кто отдавал, и кто завершал, но все делали одно и то же. Если посмотреть на игру этих команд, то победу в них одерживает тот коллектив, который больше знает до автоматизма вот таких вот стандартных ситуаций на площадке. То есть, вот ну, твое мнение, да, все-таки в том, что то, что потом, кстати, назовут голевым чутьем, да, все-таки... Оно с твоим совпадает полностью, да, что надо работать, и вот... Механический процесс наработки, да, именно, происходит. Именно так и есть. Трудно, ну, а если уж не идет шайба, то тут уже вот какая-то такая эфемерная, неуловимая материя, надо себя перебороть и шайбу эту затолкать любыми судьбами, тогда все будет в порядке. Ну, за это мы любим спорт и хоккей в частности, что есть такие вещи, которые нельзя измерить, нельзя, да, не знаю, там, изучить, осознать, но, конечно, к этому стремиться надо. А вот сейчас опасно действует полет в атаке. И закрывали сейчас Бринкмана в упор, там прям была помеха, но тем не менее справляется Валерий с этим броском. Перевод фланга и такая затяжная позиционка полета. Диагональные передачи, поперечный пас. Один, второй и снова бросок сходу, но самоотверженный вот, Самсонов. Не разобрал. А, Самсонов, да, я просто не разобрал. Самсонов ли сблокировал или Бринкман сумел все-таки отбить. Ну что, дебют хороший, в общем, для Бринкмана в составе Юнисона Москва. Оказался очень к месту вратарь. Сегодня тоже свое дело сделал. Ну и вот, насчет завтрашней игры. Как думаешь, что будет завтра соперник делать? Как он будет играть? Ну, во-первых, я более чем уверен, что обратит внимание тренерский штаб полета на действия при сменах. Сегодня было три игровых эпизода, в которых подвела пересменка полет и... Один из них вылился в заброшенную шайбу Данила Григорьева, когда Буров перехватил шайбу в средней зоне. Потом, конечно же, то, как действовал полет в меньшинстве. Тут они выбрали тактику активно садиться на игроков Юнисона, а те, конечно, в свою очередь обрезали их
одной передачи. Ну и плюс построение в средней зоне. Уж сильно низко шел полет. Они прям атаковали защитников Юнисона. Те их грамотно обрезали передачами. Если Юнисон продолжит делать то же самое в завтрашней встрече, я думаю, что у них особых проблем не возникнет. Но, конечно же, грамотные специалисты работают и у полета. Молодые хоккеисты, которые вот еще вчера защищали цвета команды из Рыбинска на площадке. Поэтому я думаю, что они тоже предоставят новые решения для своих подопечных. И тут дело вступит опыт Игоря Горбенко. Но сегодня, я думаю, мы уже можем констатировать тот факт, что опыт таки побеждает молодость. Да, вот, во-первых, укомплектована команда действительно. Здесь, кстати, полемика такая в Ютубе у нас, что говорят, в три звена всего лишь играет полет. Да, что вот пишет нам, что три пары защиты и четыре тройки нападений, и было бы уже полегче. Да, вполне возможно, но тут тоже важно, стоит, я думаю, отметить селекционную работу Юнисона, который провел очень серьезный процесс отбора хоккеистов на предсезонке и сейчас имеет в своем составе четыре полных таких обоймы серьезных, которые парни все держат темп. И сейчас удаление будет, да, на Романе Говоркове нарушает правила. Но Матвей Говорков продолжает атаку, бросает под стекло и уже в подборе Максим Буров. Сейчас Пахмутова судейская бригада уберет с площадки. Мичухрин, Говорков там потолкались. А Бринкмана уже в воротах и след простыл. Смотри, очень быстро Бринкман. Да, заменился Валерий на шестого полевого игрока, потому что как только полет заденет шайбу, сразу же будет остановка встречи. И сейчас Говорков бросает по воротам. Лихтарь там в подборе. Его сейчас борьба за шайбу. Будет свисток арбитра. Кстати, вот еще одно важное подмечание одного из наших зрителей. Получается, полет сделал до матча дальнюю дорогу из Ямала. Может быть, и это как-то сказывается. Ну, посмотрим. Посмотрим, что будет дальше. Что будет завтра. Последняя минута уже идет. Две были объявлены. Да, хоккей тем и прекрасен, что ты каждый день должен доказывать свою состоятельность и показывать, что именно сейчас, в этот час, ты сильнее, чем твой соперник. Поэтому мы всех приглашаем, конечно, к просмотру трансляции завтрашнего матча. Но и приходите на трибуны ВТБ-арены. Здесь всегда много интересного. И сейчас Афанасьев набрасывал от синей линии. Федякин пытался подставить клюшку, но не удалось это Семену. Я вот сейчас что-то посмотрел в... А, ну правильно, это учитывается время вратаря на площадке. Тут все до деталей. Я посмотрел замены. Ну нет, замены нет. Бринкман на месте по-прежнему. Все хорошо, он доигрывает. Так, ну мы после окончания встречи... Да, наши зрители посмотрят хайлайты, а потом переместимся в аналитическую студию, где подведем краткие итоги сегодняшней встречи. Густамесов. Последняя минута идет. Густамесов. И сейчас опасный момент. Федякин забрасывает шайбу с пятака. 8-1. Что, новая крупная победа в исполнении Юнисона? Получается так, Артем. Наше поздравление Грифоновым и всем болельщикам команды на ВТБ-арене. Такого еще в сезоне не было. Это первый раз такой результат. Радует болельщиков своей команды Грифоны. И, конечно, недопонимание сейчас на лавке у полета. Явно не ожидали они такого теплого приема в исполнении московской команды. Ну, завтра еще, до завтра надо бы восстановиться. В этом Грифоном помогут компактив, инновационные тренажеры. Да, кстати, забыли сказать. Ну вот в концовке как раз и проговорим этот момент. Так, уважаемые друзья, 8-1, 20 секунд. Семен Федякин. Да, разошлись, конечно, сегодня Юнисон Москва. 8-1, уверенная победа. И вновь скандирует логово Грифона в фамилию сегодняшнего ассистента капитана команды. Семен Федякин действительно забросил дубль, а... Сем уже выходил в предыдущих встречах в качестве капитана, да? Да, сегодня был поставлен капитаном Евгений Густамесов и...
Как мы видим, позитивно сказалось это решение на обоих участников этой рокировки. А сейчас, обрати внимание, Артем, уже трибуна готова давать обратный отсчет. 3, 2, 1. Сирена. И победа Юнисона 8-1. Крупная, уверенная победа дружины Игоря Юрьевича Горбенко. Благодарим полет за игру. А сейчас посмотрим мы опасные моменты сегодняшней встречи и потом снова встретимся с вами в аналитической студии. Да, друзья, это было, конечно, мощно. Вот мы по деталям концовки и пробежимся. Спасибо вам, болельщики! Юнисон с победой! Конечно, традиционно после рукопожатия мы никуда не расходимся, потому что отдаем честь нашей команде.
Дорогие друзья, завершилась встреча. В этом сезоне пока рекордной победой 8-1. Мы поздравляем всю семью Грифонов, поздравляем команду. Это было уверенно, мощно. Но мы сейчас начнем немножко с другого. Артем, с квиза же начнем, так? Да, у нас во втором периоде завершился квиз. И мы поздравляем победителей сегодняшней игры. Вы сейчас видите на экранах их никнеймы. И мы свяжемся с победителями. И хоккейный клуб «Юнисон» ждет вас на нашей рекламе. Победил Голден. Символично, Golden, не да. правда ли? Голден на первом месте. А мы переходим к аналитике третьего периода. И, в принципе, наверное, пару слов вообще о сегодняшнем матче. Стоит сказать, что не ожидал я, честно, Антон, вот такой разгромной победы от «Юнисона». Тотальное доминирование по счету и по игре. Что касается полета, то, я думаю, тут тоже совпадали мои ожидания, ожидания тренерского штаба и полета. Все ждали упорной борьбы в целом. Битву, да. В целом это и было на площадке, но в реализации гораздо сильнее сегодня были игроки «Юнисона», да. У нас есть несколько моментов. Это первое, что хотелось бы посмотреть, это, конечно же, гол новичка команды Эдуарда Габдрахманова, да. Вот здесь этот игровой эпизод. Давай чуть-чуть мы отмотаем, насколько это возможно, этот игровой момент. Сейчас мы посмотрим, как Габдрахманов здорово открылся у нас по синей линии. Именно нашел этот момент, да, вот здесь. Вот передача пошла. Да, то есть обрати внимание, насколько обрезаны были все игроки опять у полета. За счет того, что высокий прессинг вот здесь, да, то есть все эти четыре хоккеиста, вот эти у нас два, да, спортсмена. Все они находились вот где-то вот на вот этой зоне. То есть они выходили высоко в прессинг. И здесь они уже на возврате у нас продемонстрированы, да. И рядом с последним вот здесь на синей линии где-то в момент паса. Да, вот в этот, вот сюда Габдрахманов открылся, да, у нас, вот в эту зону. И вот здесь, в принципе, да, то есть Эдуарда догоняет форвард. Точнее, защитник соперника догоняет здесь Эдуарда. И я ожидал здесь бросок вообще от Эдуарда, но он закладывает корпус, укрывает правым плечом и таким образом потом заводит шайбу за вратаря. То есть посмотрим до конца этот момент. Заложил здесь Эдуард корпус и завел за вратаря. Очень хороший обыгрыш. Я говорю, реально, в стиле Нейтана Маккинна, только леворукий. Да, прекрасный гол. Да. И не оставляет равнодушным ни одного зрителя эти голы. Здесь хорош был Шлыков в отборе, показывает нам игровой эпизод. Здесь нарушение правил на Габдрахманове. Опять же, активен был сегодня Эдуард. И большинство, да, вот здесь момент. Это шайба Говоркова. Да, в целом. Угу. Вроде неплохо действовал полет, но вот смотри, да, их меньшинство. У них 4 хоккеиста находятся вот в этом квадрате. То есть, по сути, вообще не прикрыты, а один остается постоянно защитник игрок, «Юнисон». Да. То есть это как раз-таки тот момент, за счет которого «Юнисон» в завтрашней встрече может быть сильнее, потому что полет насыщает вот именно вот эту зону, да, но несмотря на это, все равно 4 игрока полета не находят одного Говоркова. Находит он лазеечку и здесь добивает шайбу ворот соперника. И это еще Лихтарь так сыграл, потому что у Лихтаря 2 варианта как минимум, и дальше тоже варианты развития атаки Лихтарь были. Лихтарь вообще здесь, на самом деле, Лихтарь здесь демонстрировал. Сейчас, секунду, мы посмотрим еще раз этот игровой эпизод. Когда шайба пошла к Лихтарю вниз, он вообще всем своим видом показывал, что он будет передачу отдавать на вершину как раз-таки на защитника. Да-да-да. То есть, в принципе, вообще весь взгляд. То есть здесь очень игротские действия со стороны 65-го номера «Юнисона». Он показывал весь взгляд, все направление было вот сюда, что он будет отдавать где-то вот здесь, искать здесь защитника, возможно, который сюда войдет, да, в это свободное пространство. А потом он взял и, да, и передал. И находит он здесь Говоркова, который добивает шайбу. И, в принципе, здесь еще накатывался вот в эту зону Роман Говорков, который тоже мог в случае чего добивать шайбу, да, поворота соперника. Ну, в общем, вот, конечно, вот эту зону пытаются полеты насытить, но, тем не менее, не удается. И очень уж низко они играют, но при этом... Есть над чем подумать. Гостям, да, много интересного, но и здесь «Юнисон», конечно, разобрал своего соперника. Уверен, что завтра сделает полет работу над ошибками. Но в то же время я уверен, что Игорь Олегович Горбенко, ведет тренер нашей команды, уже готовит новую атаку на полет. Конечно. Так, далее смотрим. Я думаю, что все игровые эпизоды у нас будет продолжительный такой разбор, потому что было много шайб, много моментов. Это основные эпизоды, на которые хотелось бы обратить внимание. По большому счету, да, ты прав, здесь дальше уже дело идет к заключительному голу.
Что ж, уважаемые друзья, вот такая получилась встреча под номером один в серии противостояний «Юнисона Москва» и «Полета». Пока в очных противостояниях «Вперед» выходит коллектив «Грифонов». Завтра мы с вами в это же время будем смотреть эту встречу. Я надеюсь, что в этом эфире всем все понравилось. Для вас с огромным удовольствием работали Артем Швайковский и Антон Орлов. Увидимся на хоккее. До завтра. Пока-пока. Антон, спасибо. Последние секунды третьего периода. Жесткая борьба и обидная обрезка шайбы у противника. Гол. Какая досада для игроков московского «Юнисона». Команды покидают лед. А мы ждем продолжения невероятной борьбы. Готовы, бойцы? Афанас, ну ты... Парень казанский, хорошо катаешься, все умеешь, делай на льду. Горы, Питер, культурная столица нашей Родины. Интеллект, на льду проявляй. Человек, Пермь, характер, воля. Все из разных городов, но все собраны в одну команду. Самого большого города нашей страны. Наш принцип – жить, чтобы побеждать. Идите и побеждайте. Первый пас. Какой силовой! Фантастика! Московский «Юнисон» вырывает волевую победу. Вот что значит настоящий характер. А из какого города эта команда? Наша московская. Как встречаются люди в Москве, нас веселой толпой окружила, как сказала простые слова, познакомила нас, подружила в этот радостный вечер.